Любители Москвы, вы смотрите передачу «Реновация новостройки Москвы». Мы с вами находимся на улице Паршина. И здесь вот мы видим новое здание МВД, тоже, я говорил, было построено в конце 2018 года. Ну, а я сейчас скажу и покажу, какие дома здесь будут снесены по реновации в ближайшее время. На улице Паршина в реновацию попали 4 дома. Это пятиэтажные дома, стандартные панельные пятиэтажки 60-х годов постройки. И вот мы сейчас их и посмотрим. Вот это перед нами первая пятиэтажка, которая попала в реновацию. Она имеет номер 13. Вот. Это 86-й квартал Хорошоумневников, район Хорошоумневники. Северо-запад Москвы. И вот эта пятиэтажка 66-го года постройки, она попала в реновацию. Вот это, кстати, видите, идет строительство тоже паркинга, и идет оно очень давно, с 90-х годов. Так никак и не построят этот паркинг, уже, видите, строит один из долгостроев московских. Уже, наверное, получается, больше 20 лет где-то его строят, ну или около 20 лет, вот так. Вот, ну и, а здесь вот, собственно, жилые дома, потому что по этой части улицы здесь не жилые строения идут, да, вот разные, а здесь вот, соответственно, жилые дома. Они в основном 5-9-этажные, ну, а части тоже 14-этажные. Ну, вот это, видите, весь этот квартал, в общем-то, был застроен во второй половине 60-х, в первой половине 70-х годов. Ну и, в общем, строили параллельные 5-этажные и 9-этажные дома. И позднее были построены 14-этажные дома, вот там чуть подальше. Ну и вот этот дом тоже 14-этажный, это вот там 72-73 год в основном постройки. Ну и вот эти пятиэтажки панельные, они, собственно, попали, 4 пятиэтажки попали в реновацию. Ну, естественно, вот эти дома крепкие, они не попали, по идее, сносить не должны. То есть попал вот этот дом 13, да? Ну, идемте дальше, посмотрим следующий дом. Ну, там вот в глубине 9-этажные дома идут, они в реновацию не попали. Вот такие крепенькие еще достаточно дома. Ну, это вот строение 70-х годов, возможно, их тоже будут сносить в рамках реорганизации всей вот этой территории, этого треугольника между вот живописной улицей, вот этой улицей Паршина и улицей Берзарина. Ну, пока вот они работают, ну, в основном здесь, видите, пятерочка находится, ну, и всякие там разные другие магазины, всякие сервисные здания и так далее. Вот это перед нами 14-этажный дом, ну, построен уже в начале 70-х годов, а вот эти 9-этажки, они были построены в конце 60-х годов и в реновацию не попали. Вот эти вот два дома под номером 4 и 6. Вот и их, в принципе, могут снести. И здесь тоже может быть строительство какое-то начато. Возможно, и Хорошовский суд построит. Может быть, даже здесь. Ну, один из вариантов, как говорится. Ну, а может быть, и жилой дом тоже один из вариантов. Ну вот мы видим жилой комплекс «Серебряный парк», о котором я рассказывал на прошлой встрече. Собственно, вид со стороны улицы Паршина. Еще одна нежилая постройка под номером 6, тоже 70-х годов постройки. Вот. Ну, одновременно с этими домами, собственно, строили здесь вот и всякие тоже нежилые объекты, вот, торговля, всякий сервис, может, тут какая-нибудь химчистка была, похоже на это. Ну, в общем, а сейчас там типа офисов, видите, кондиционеры стоят. Вот, а вот, собственно, перед нами еще один дом, который попал в реновацию. Номер 21, корпус 1. Вот, видите, еще одна пятиэтажка, построена в 67-м году. И тоже вот она, одна из них. Видите, как строили? То есть чередовали 5 тут вот на улицу. Причем, заметьте, как строили. То есть строили в глубине, вот где проезжая часть проходит, да, и где, соответственно, находятся дома. То есть достаточно большая такая подушка. Видите, пространство жизненное, чтобы все-таки
ну, меньше снизить влияние проезжей части, да, улицы на, в общем-то, жителей этих домов. Ну и кроме того, здесь деревьев довольно много, все, летом все утопает в зелени, так что, конечно, жить здесь достаточно комфортно. Ну и улица в Паршино, она вообще не очень шумная, в принципе, так что вполне. Вот, но другое дело, что, конечно, в пятиэтажке, в панельной жить не очень приятно, в смысле, по комфорту, конечно же, это понятно. Ну вот опять девятиэтажки, опять чередуются, видите, девятиэтажки. Вот, 23, 25, то есть чередование идет. И вот опять 14-этажный дом еще один. Вот, ну, естественно, они в реновацию не попали. Ну вот смотрите, вот здесь как раз тоже видно вот этот комплекс «Серебряный парк». Вот строится на месте, как раз вот здесь находился кондитерско-булочный комбинат «Серебряный бор» до 2017 года, когда его снесли. Ну, у меня, в принципе, фотографии остались этого комбината, так что при желании можете посмотреть. Вот. Ну, видите, комплекс такой. Ну, предполагается, в нем, по крайней мере, пока 6 домов, 6 зданий, которые составят весь вот этот вот комплекс. Причем он проектируется как, так сказать, дворы будут без машин. То есть Сергей Чабан, он так спроектировал, чтобы дворы были без машин. Такое безмашинное пространство. Ну и как бы внутренняя такая закрытая территория там внутри находится. Только для своих. Судя по всему, его, наверное, огородят. Только для своих. Вот видите, 14-этажный дом. В начале 70-х годов был построен. Мы подходим к живописной улице. И вот перед нами еще одна пятиэтажка, третья уже, да, которая будет снесена по программе реновации. Под номером 29. Вот. Но она точно такая же. Они все одинаковые, такие желтые панельные пятиэтажки. Кстати, смогу. Второй половины 60-х годов, ну, как еще их называют, хрущевки. Вот. Ну, потому что они, в общем, Хрущев благословил их строить, и многие из них были построены именно при нем. Ну, хотя некоторые уже и попозже, при Брежневе, при том же. Ну, вот это 29-й дом, да, вот эта вот пятиэтажка, она тоже будет снесена. Вот. Ну, а четвертая пятиэтажка, она находится уже по другую сторону живописной улицы. Сейчас мы туда дойдем, я покажу. Ну, вот эти гаражи вот справа видим, да? То есть такая вот эта зона нежилая, треугольничек. Вот мы ее все обошли, да, со всех сторон. Я уже сказал, здесь вот, в принципе, планируют строить метро. Вот, да, в дальнейшем. Это где-то уже ближе к 23-24 году. Метро «Живописное» будет называться. Ну, потому что там живописная улица проходит. Вот, ну и здесь вот, очевидно, если будет строить метро, то гаражи снесут. А вот это я не сказал, да, вот там еще колледж мы проходили, но вы видели, наверное, вот это трехэтажное здание, ладно, уже возвращаться не буду. Вот, это бывшее ПТУ было, которое готовило сварщиков, автослесарей, вот это все, сантехников готовило. Ну, такое ПТУ, в принципе, оно строительное даже было, называлось, в советское время. Потом был строительный колледж. Потом опять строительный техникум какое-то время. В общем, постоянно переименовывали, как сейчас это часто бывает. Ну, а сейчас в итоге, вот так, последнее название, сейчас он называется, это как бы технологический колледж, корпус на Паршина, на улице Паршина. Вот, это как бы такое последнее название. Ну, в принципе, то есть сейчас тут готовят, ну, наверное, все-таки больше не сантехников всяких, автослесарей, да? А, наверное, все-таки больше как какие-то такие, может быть, руководители среднего звена, там, ну, каких-то таких специалистов. Вот. Скорее всего. Вот. И, кстати, вот этот вот колледж, его, по идее, тоже могут снести, если будут реализовывать территорию. И я, по крайней мере, слышал такую информацию, что могут построить вместо него физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну, сейчас очень модно все эти физкультурно-оздоровительные комплексы. Их везде строят. Но и здесь тоже вот могут построить. Его, кстати, давно уже здесь хотели построить, но как-то все вот не складывалось. Но вот, в принципе, могут к этой идее вернуться.
Вот. Ну, а мы сейчас перейдем в живописную улицу и посмотрим на последний дом, который попал в реновацию на этой улице Паршина. Вот там стадион «Октябрь» находится. Вот еще один 14-этажный дом, он, по-моему, сам, один из самых поздних здесь был построен. В 1974 году его построили, вот это вот магазин, здесь «Ароматный мир» еще находится, магазин. Ну и вот за ним как раз будет еще одна пятиэтажка, которая попала в реновацию. Да, конечно, слушайте, сейчас куда? Ну вот она, пятиэтажка. Тоже по улице Паршина, там дальше Москварика находится. Ну и, собственно, конец улицы Паршина. А вот эта пятиэтажка под номером 35, корпус 2. Вот она в 64-м году тоже была построена. И тоже, естественно, попала, как и другие пятиэтажки на этой улице, еще три, которые я вам показывал, тоже попала в реновацию. Вот, собственно говоря, дальше там идут еще два девятиэтажных дома до начала этой улицы. Практически до Москварики, да, там. Вот, которые были построены в начале 70-х годов, и они в реновацию не попали. Вот, правда, они не кирпичные, панельные, но все равно они не попали. Ну, а дальше там все уже набережная, и, собственно, отходит дальше набережная Новикова-Прибоя. Вот, и еще в заключение я хотел бы обратить внимание вот на этот вот спортивный комплекс «Октябрь». Ну, его по-разному называют. Раньше называли стадион «Октябрь», ну, а сейчас как бы такой учебно-спортивно-оздоровительный комплекс «Октябрь». Ну, действительно, там помимо стадиона еще много всяких других строений. Вот это здание, там и бассейн, и теннисные корты есть. И, в общем, много всего. По идее, в принципе, я слышал, что его тоже хотят сносить. Ну, его, в принципе, давно уже хотят к нему, приступают к этой идее сноса этой территории и застроить эту территорию жилыми домами. Вот ту, которая будет перед нами находится. Вот, ну, скажем так, пока это только планы, пока нет даже никакого проекта. Ну, я, по крайней мере, сколько знаю, не видел. Но планы такие есть, и вполне возможно, что это будет сделано. Вот. Ну, наверное, все-таки, может быть, не в ближайшем будущем, но через какое-то время точно. Потому что эта территория очень привлекательная, она прям выходит на берег Москвы-реки. Вот. И там вот недавно был построен как раз за этим комплексом, как я уже говорил, дом в Серебряном Бору. Вот. Для богатых людей. Очень престижный дом, прямо на берегу Москвы-реки. И как ни протестовали всякие активисты там и прочее, ну, ничего у них, естественно, не получилось, потому что перед огромными деньгами, которые богатые готовы заплатить за жительство рядом с Москвой-рекой, естественно, очень сложно отказаться. Ну, а так, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Поживем, увидим. Будем следить за развитием событий. Вы смотрите передачу «Реновации новостройки Москвы». Мы с вами находимся на набережной Новикова-Прибоя. Там Москва-река протекает, поэтому так называется. Но на самом деле она не столько набережная, сколько, в общем, просто улица. Ну, хотя, конечно, Москва-река протекает, в принципе, недалеко. Но все-таки это не совсем такая стандартная набережная. И вот на этой набережной находится 29 жилых домов, почти 30. Из них 18 пятиэтажек. Вот одна из них первая пошла. Вот это, кстати, мы недалеко от улицы Паршина находимся. Вот, и все пятиэтажки здесь находятся по четной стороне. По нечетной уже дома появились чуть попозже, и они более многоэтажные. Так вот, из этих вот 18 пятиэтажек только 10 на сегодняшний день попали в реновацию. И вот эта, кстати, пятиэтажка, она не попала, дом номер 18. Вот, ну, еще раз говорю, на сегодняшний день, да, то есть вот на 19 марта, да, 2020 года. То есть, соответственно, ну, это имеется в виду и по итогам голосования по реновации 2017 года. Вот. И вот этот дом, кстати, тоже не попал.
А вот этот дом 18, он сначала проголосовал за реновацию, а потом люди передумали и решили, что не надо им это реноваться. И переголосовали, и решили против. Вот. Хотя дома здесь все пятиэтажки, они все одинаковые, все панельки, и все построены в 1963-64 годах. Ну, то есть буквально за 2-3 года, в принципе. Это квартал, это 84-85 квартал хорошо у Мневников, ну и район, соответственно, хорошо у Мневники, северо-запад Москвы. Вот. И, соответственно, вот этот район и построили, вот эти пятиэтажки, панельки. Вот видите, какие тут дворы большие. Ну, а следующие уже попали в реновацию, да, вот эти панельные дома 64-го года постройки. Вот это 16, корпус 2, дом попал. И за ним следующий 16, корпус 3. Вот тот дом тоже попал в реновацию. Вот, ну, видите, пока вот такая ситуация. Естественно, что, скорее всего, снесут и вот эти дома, все пятиэтажки, которые тут только есть, они тут все панельные, все одинаковые, я уже сказал, да? Вот, ну, просто возможно, что остальные просто попадут в следующую волну, да, то есть сейчас как волны, да, то есть не сначала, а потом. Потому что, ну, понимаете, тут, скорее всего, весь квартал будут сносить этот, ну, в основном, да. По крайней мере, только то, что касается пятиэтажек, это точно. Вряд ли что-либо уцелеет. Ну, может быть, просто не сразу. Тем более, что тут реновация только-только началась. Поэтому, ну, может быть, какое-то время еще людям дадут в этом отношении. Но не думаю, что это будет долго. Вот смотрите, какая шикарная детская площадка большая. Какие пространства. Ну и, конечно, если сюда придет реновация, то все будет несколько иначе. Такого, конечно, уже вряд ли будет сейчас. Таких нету. Ну вот, теперь идем дальше. Итак, 16, корпус 2 и 3 посмотрели. Следующий дом 14, корпус 3. Вот этот дом, он перед нами прям. Вот он, 14, корпус 3. Он тоже попал в реновацию. Это тоже панельный дом 1964 года постройки. Вот. А вот этот дом, 14, корпус 2, он не попал. Вот так вот, представляете? Кстати, опять же, какие пространства между домами, да, то есть, насколько все это. Вот, то есть, 14, корпус 2 не попал, а 14, корпус 3 вот этот попал. Тут, в принципе, это сплошь и рядом на набережной Новиково-Прибой. Ну, то есть, видите, фактически половина пятиэтажек попала в реновацию, половина не попала. Ну, 10 из 18, да, ну, чуть-чуть побольше, на одну буквально побольше. Так что, так вот получается. Вот. Ну, это школа, очевидно. С бассейном, спорткомплексом, богатая школа. Теперь идем к 12 домам, и здесь, в общем, примерно такая же ситуация. То есть вот этот дом 12, корпус 3, который мы видим, он не попал в реновацию, хотя тоже вот панелька 64 года постройки, но не попал. Вот он, 12, корпус 3. Но на всякий случай покажу, потому что, знаете, как сегодня не попало, завтра попадет. Все-таки надо иметь в виду. А вот следующие дома, 12, вот это 12, корпус 2 и следующий 12, корпус 1, они попали. Хотя, в общем, опять же, видим, что они фактически одинаковые, построенные в одно время, в общем-то, в одном месте. Вот видите, как что-то есть, что-то нет. Ну, 12, корпус 1, видите, он выходит непосредственно на проезжую часть. Ну, а вот эти уже корпуса другие там. Вот это 2, 3 там. Так. Вот, сам 3 корпуса здесь дома идут. Они, соответственно, немножко в глубине этого квартала находятся. Вот. Вот какой-то торговый объект. Кстати, по-моему, типография раньше была Питас, по-моему, что ли. Ну, вроде уже она не работает, по-моему. Вот. Опять же, смотрите, какие дворы просторные, да? И это, имею в виду, пятиэтажки.
То есть народу-то здесь живет не так уж много. Ну, не сравнить с тем, как вот 22 этажа, там даже 17, там 16 этажей. Ну, смотрите как. Вот. Идем к 10 домам. И смотрим. Тут опять тоже такая через полосица идет. Да? То есть вот смотрим, вот это вот у нас, соответственно, 10 корпус 2, да, перед нами панельный дом. Он попал в реновацию. Видите, такой беленький дом. Вот он хорошо солнце ушло. Можно посмотреть. А вот здесь, по-моему, Питас, да? Так вот, это 10 корпус 3 попал. 10 корпус 2. Вот этот. А вот этот 10 корпус 3, он не попал. Желтенький дом. Вот этот белый попал, а желтый нет. Вот такая тоже ситуация. Хотя оба дома тоже, оба панельных, построены в 63-м году, в одно время, можно сказать. Ну, видите как. Один падает, другой нет. Вот. Тоже смотрите, как тут все красиво. Здесь, конечно, видно, что деревья повырубали, но все-таки еще пока остались. Уж не совсем прям все голое. Хотя, конечно, видно, что вырубка прошла. Ну, конечно, летом здесь зелени намного больше. Это понятно. Ну, теперь идем к 8 домам. И там тоже увидим через полосицу. Значит, что касается 8 домов. Значит, вот смотрите. Вот этот 8 корпус 2, он не попал. Не попал. А 8 корпус 1 и корпус 3, они попали. Вот, вот такая ситуация. То есть 8 корпус 1, который непосредственно там выходит на проезжую часть, вот, попал. Этот не попал, 8 корпус 2. И, соответственно, следующий дом, вон там, вон 8 корпус 3. Такой он. Серенький домик. Он тоже не попал. Нет, попал, вернее, попал, да? То есть вот этот, только второй не попал. 8 корпус 2 не попал. Вот, а 8 корпус 1 и корпус 3, они попали. То есть вот этот попал, корпус 3, и тот, который я показывал на проектную часть. Это панельные дома 63-го года постройки. А, кстати, вот корпус 2, вот этот вот, 8 корпус 2, он тоже сначала попал в реновацию в 17 году. Но в этом же году вскоре жители переголосовали и решили, что они ошиблись и, в общем, передумали, короче. Пока их исключили из реновации, в первую волну не попали. Но это, я думаю, все-таки временно. Ну и, наконец, остались у нас последние дома, 6-е. Ну, здесь, да, соответственно, ситуация попроще, да, то есть вот эти 6 корпус 2 и 6 корпус 3, они в реновацию попали. То есть здесь, в общем, все более-менее просто. А вот здесь, здесь около дома 6 корпус 2, вот здесь вот это пространство, хотят строить дом по реновации. Стартовая площадка, вот, по крайней мере, на схеме она показана, вот именно здесь вот как раз, вот на этом пространстве, ну, где двор находится фактически. Так что хотят тут влепить двор по реновации, ну, не знаю уж, пока, конечно, никаких работ здесь нет. Ну, возможно, этот дом снесут, 6 корпус 2, который попал в реновацию. Это панельные дома тоже, и 2, и 3, это панельки 63-го года постройки. Ну, возможно, и снесут этот дом, ну и, соответственно, здесь уже развернутся. Тоже пока, конечно, ну, в принципе, видите, пространство, конечно, такое, что могут влепить, но... Не знаю. Вот. Ну и наконец еще пятиэтажки две у нас есть. Четвертые, да, вот это 4 корпус 2 и 3. Они не попали в реновацию оба дома. 4 корпус 1 и корпус 2. Вот это 4 корпус 2. Да. А вот это 4 корпус 1, который непосредственно выходит на проезжую часть. Вот. Они не попали на сегодняшний день в реновацию. Ну, вот там будет Кобрябоя. А мы пойдем посмотрим еще одну точку по реновации.
вот, который находится за вот этим домом, ну, между вот четвертым и шестыми домами, между домом 6 корпус 3 и 4 корпус 2, вот там. Вот там уже строительство началось. Тут тоже некоторые протесты были, но они, в принципе, были не очень сильные. Так, немножко повозмущались. Видите, деревьев сколько срубили, смотрите. Ну, это везде сейчас по всей Москве рубят. Ну, вот это делается, конечно, специально, для того, чтобы каждый человек был виден, чтобы никто не мог скрыться. Вот. Ну, вот она, площадка по реновации. Видите, тут все спилили деревья, тут деревья были. Все вокруг были деревья, и вот теперь вместо деревьев. А здесь гаражи были. Гаражи «Автолюбитель Мневники» назывались. Вот так. «Автолюбитель Мневники». Ну, потому что район Мневники, а, соответственно, «Автолюбитель», понятно, ну, жили автомобилисты. Вот, еще с 60-х годов тут гаражи построили. Ну, как раз когда вот эти дома построили, и, соответственно, вот за домами было вот это вот гаражи жителей вот этих окрестных домов, вот этого квартала, это набережная Новикова Прибоя. Ну, и, как мы видим, они снесены практически, там что-то еще осталось, но уже, конечно, кстати, жилой комплекс уже числится по проспекту маршала Жукова, то есть он уже не по набережной Новикова Прибоя. Ну, и вот видите, там вот эта площадка. Там еще пока недавно началось строительство, так что только такие как бы фундаментные работы, наверное, тут. Вот. Ну, там, кстати, что-то типа ЖЭКа там, да, как-то так. Ну, в общем, вот так вот. Короче, такая вот. То есть там еще пока идут вот работы, вот здесь вот на всем протяжении, там вот за старым зданием, то 60-х годов, вот этот двухэтаж, там был паспортный стол находился, ЖЭК, ну и так далее. Ну и, соответственно, вот видите, здесь строится дом. Ну и, наверное, когда его построят, вот, соответственно, да, здесь даже никакого стенда, а хотя он, может, и там стенд. Ну, в общем, короче, многоэтажный дом, вот, пока он имеет адрес набережной Новикова Прибоя 6, корпус 3. Ну и, наверное, когда его построят, то, соответственно, вот из этих вот домов, наверное, людей будут их, наверное, сносить. Ну, сначала переселять, наверное, в этот новый дом, потому что пока особо переселять некуда. Ну, а потом, наверное, будут и сносить, соответственно, да. Наверное, так, потому что, в принципе, здесь пока вот в районе особо стартовых точек-то нет. Ну, а когда построят, то и появится. Вот. Ну, вот видите как. Такая вот пока ситуация здесь вот с реновацией на набережной Новикова Прибоя, да? Еще раз повторю, что в реновацию на сегодняшний день попало 10 пятиэтажек здесь, 10 жилых домов, вот, из 29. Вот, и, соответственно, вот еще раз перечислю их номера, это 6 корпуса 2 и 3, 8 корпус 1 и корпус 3, 10 корпус 2, 12 корпус 1 и корпус 2, 14 корпус 3, 16 корпуса 2 и 3. Ну, я в описании оставлю, поэтому, если интересно, можете посмотреть. Ну и, соответственно, вот это вот площадка. Наверное, и это тоже будет сносить, скорее всего. Ну, а там вот фундамент копает, вот новый дом с той стороны. Конечно, я все понимаю, там гаражи страшные, там, да, и люди часто их используют не по назначению, может быть, да, вот, но штука в том, что, конечно, если человек использует не по назначению, это неправильно, но если, в принципе, это его собственность, да, то надо, соответственно, либо людям что-то предлагать взамен, соответственно, такой же, да, то есть аналогичное, то есть новый какой-то, допустим, место в паркинге, да, вот, это первое. Значит, момент. И они уже ничего не предлагают, по сути, да? Либо, соответственно, платить очень хорошую компенсацию. Причем не такую, какую им дают. Им же дают в основном компенсацию. Но там она обычно где-то, ну, 100 тысяч, там, 150, надо чуть побольше. Ну, где-то так. Но это, конечно, совершенно не та цена, которая реально стоит этот гараж. То есть он может стоить там и 500 тысяч, и даже миллион рублей. Ну, где-то вот так вот, да? То есть там несколько раз обычно дороже. Поэтому тогда уж надо платить, соответственно, большие деньги. Ну, то есть столько, сколько стоит реально этот гараж. И тогда человек уже на эти деньги, наверное, сможет, соответственно, купить себе вот уже место где-нибудь другом паркинге там и другом гараже и так далее. Ну, в общем, как-то решить, соответственно, свою гаражную проблему. А просто так вот сносить, это, конечно, совершенно неправильно. Ну, это полное попрание собственности, вообще неуважение к личности человека. Мне кажется, что это, ну, нехорошо. Ну,
общем, вот такая ситуация на сегодняшний день по реновации в районе хорошо умнёмники на набережной Новикова-Брюба. Вы смотрите передачу «Реновации новостройки Москвы». Мы с вами находимся на улице маршала Тухачевского. Это район хорошо умнёвники, северо-западный административный округ. И на этой улице снесут все пятиэтажки, оставшиеся, которые еще не снесли, потому что часть уже снесена. Кроме двух, возможно. Возможно, две пятиэтажки все-таки не снесут, но это маловероятно. И даже в реновацию попало две девятиэтажки. Вот. Все пятиэтажки здесь блочные, и все были построены в первой половине 60-х годов. Ну, то есть тогда, когда территория-то стала подмосковной. Стала московской, да, то есть в 60-м году как раз эта территория вошла в состав Москвы. Но до этого, соответственно, была подмосковной. Вот, и всего осталось тут снести 10 пятиэтажек. И вот первая из них как раз вот эта пятиэтажка, которая находится в конце этой улицы, а она доходит до живописной улицы. Вот эта улица маршала Тухачевского, начинается на улице Народного ополчения. Вот эта пятиэтажка, вот она, дом 58, корпус 1, 1965 года постройки. Ну, я уже говорил, что все пятиэтажки здесь блочные. Ну, в общем, во многом девятиэтажки тоже. Хотя есть и панельные тоже. Но пятиэтажки все блочные. Вот, вот одна тут осталась в конце улицы. Ну, остальные уже, соответственно, после пересечения с улицы маршала Глаголева. Вот, а это у нас, соответственно, сейчас мы идем по 86-му кварталу, хорошо умнёмники. Ну и сейчас перейдем в 87-й квартал. Уже за улицей генерала Глаголева, на которой мы не так давно были. И я вам показывал те дома, которые там снесут по реновации. Ну а все остальные пятиэтажки и также две девятиэтажки, как я уже сказал, они находятся уже вот после помещения с улицы генерала Глаголева. И вот пятиэтажки две, они находятся по другой стороне. Улица маршала Тухачевского, вот они, одна пятиэтажка. Они тоже блочные здесь. Вот это дом 47-й. Вот. Вернее, 45-й, а вон 47-й. То есть вот это лицом выходит 45-й дом, пятиэтажка. А вот это торцом 47 корпус 1. Тоже пятиэтажка такая же. Они построены в 61-м году. И обе блочные. Вот она, 47-я. Вот, значит, дело в том, что с этими пятиэтажками такая ситуация. Это вот мы сейчас по 87-му кварталу хорошо умнёвников идем. А по той стороне находится 82-й квартал хорошо умнёвники. И дело в том, что вот эти дома, то есть вот этот вот 45-й, там 47-й, еще 39-й, там чуть подальше третий дом, еще три пятиэтажки, которые идут по улице маршала Тухачевского, они в программу реновации не попали 2017 года. То есть, когда вот это была знаменитая списки составлялись, да, домов, которые попали вот в реновацию. Ну, или как еще говорят, там сейчас первая волна, там, да, первая очередь реновации. То есть они не попали. Но дело все в том, что их снесут, потому что они попали под снос еще. Ну, в 2016 году, то есть еще до реновации. В рамках, соответственно, сноса пятиэтажек именно в 82-м квартале хорошо умнёвников. То есть было постановление правительства Москвы, которое, ну, можно тоже ознакомиться с ним. То есть, хотя они, в принципе, как бы не попали, да, вот, именно по реновации, как таковой, 2017 года. Но, по сути, они уже еще до этого попали в реновацию и будут снесены. Ну, в общем, там в 82-м квартале вообще пятиэтажек не окажется. А 82-й квартал, он проходит вот между как раз между вот этой улицей маршала Тухачевского, улицей генерала Глаголева и улицей Народного ополчения, вот там дальше. Где, собственно, как раз и начинается вот эта улица. Теперь смотрите дальше. Значит, вот это вот у нас дом
42-й, вот это как раз та самая девятиэтажка 65-го года постройки, тоже блочная, которая попала вот в реновацию, тоже одна из двух. А вот эта вот девятиэтажка, она не попала. И, кстати, таких вот девятиэтажек их довольно-таки много, которые здесь находятся на этой улице. Они блочные все, построены в 60-е годы. Ну, в основном 65-й вот такой, 64-й, 65-й год. Но в реновацию попали только две из них. Вот, и это, конечно, может быть неким таким троянским конем, который, по сути дела, вот они попали и могут под эту марку потом, в принципе, снести и остальные. Вот такие подобные девятиэтажки на этой улице. Ну, вот эти дома, естественно, попали. Это дом 44, корпус 2. Вот, блочный дом 63-го года постройки. Они все 63-го года постройки, все блочные. Вот это 44, корпус 2. Дом вот такой, как бы, немножко беженький, да? Вот этот дом у нас, соответственно, 42, корпус 2. Вот это желтенький дом 42, корпус 2. Вот. Вот это вот я уже говорил, девятиэтажка 42 корпус 1, она тоже попала в реновацию. И следующая попала, 44 корпус 1, она тоже попала. Вот эти две девятиэтажки здесь вот, которые как раз непосредственно выходят на проезжую часть, хотя и торцами своими, они попали вот по реновации. Все остальные подобные, которых в общем-то много, там и дальше, туда 44, туда дальше, 38 и 32 и так далее, они не попали. Вот такая ситуация. Итак, 42 корпус 2. Вот, да, смотрим. 63-й год постройки, блочный дом. Тоже попал. 42, корпус 2. Ну, говорил, 40 корпус 1, девятиэтажка. Это 42 корпус 1, а это 40 корпус 1. Ну, они похожи все, видите, тут. Понятно. И вот дальше 40 корпус 2. Вот она тоже желтенькая такая, правда, несколько выцветшая пятиэтажка. Тоже попала в реновацию. Вот смотрите, какие расстояния между домами, видите? Обращите внимание. Вот сейчас очень комфортные. Там, кстати, вот 12-этажные дома, они уже были построены в 70-е, отчасти 80-е годы. Вот. Итак, еще раз. 40 корпус 2. Да, вот эта пятиэтажка. И следующий 38 корпус 2 тоже. Вот. А 38 корпус 1 это вот. Но она не попала в девятиэтажку в реновации. Хотя вот эти, еще раз повторю, белые. Это желтенькая, это белый. Вот. И 40 корпус 1, и 42 корпус 1, они попали. Вот это 38 корпус 2. Желтенькая пятиэтажка тоже попала в реновацию. Вот. Ну а там уже, конечно, такие большие дома. И сейчас мы выйдем на проезжую часть. Я вам покажу еще одну. Дом 39 по той стороне, в 82-м квартале, который я вот говорил, там мы видели, да, 45-й, 47-й, корпус 1. И вот 39-й еще. Вот он торцом стоит как раз к улице. Еще одна пятиэтажка в 82-м квартале. Хорошо в Мневнике, которая, хотя по закону 2017 года, у реновации она не попала, но, опять же, по предыдущему, еще предшествующему закону, ее, конечно, будут сносить. Это тоже будет блочная пятиэтажка 1961 года постройки. Вот она, прямо перед нами. Вот. Ну, видите, здесь уже такая современная застройка, так что здесь понятно, что, естественно, ничего тут сносить не будут. Вот, конечно, это естественно. Тоже, кстати, обратите внимание, такие широкие просторы на этом улице. То есть она, ну, можно сказать, почти как проспект. Вот смотрится вот эта улица. Ну и после того, как вот улица маршала Тухачевского отходит бульвар генерала Карбышева, мы видим еще 4 пятиэтажки, последние на этой улице. И вот здесь такая интересная картина. Вот видите, вот эти две пятиэтажки, одна и вторая, 28 корпус 2 и 26 корпус 2. Вот эти пятиэтажки блочные, они были построены в 64-м году, но, несмотря на это, они, так сказать, так же, как другие вот пятиэтажки подобные, они в реновацию не попали. То есть вот это единственные две пятиэтажки, я про них говорил в начале, да, что их как бы, ну, если строго взять, то есть они не попали ни по какой программе под снос.
Трудно сказать почему, но вот жители высказались против. Возможно, это связано с тем, что эти дома кооперативные. Причем это кооператив Московский университет. Вот, то есть это как бы университетские дома, но очевидно здесь давали вот в этих домах, вот это 26 корпус 2, дом такой довольно облезлый, ну тоже вид такой, блочные дома 64-го года постройки. Возможно, было связано с тем, что здесь вот давали университетским людям, ну, наверное, сотрудникам университета разным, да, может, преподавателям там и так далее, вот, соответственно, вот эти здесь, соответственно, вот эти квартиры, ну и они как-то вот решили, поскольку дом кооперативный, да, вот, все-таки, наверное, не муниципальный собственник, как говорят, раньше не жековский, да, ну вот решили они почему-то как-то проголосовать против реновации, против включения. Но, понимаете, если это мы сейчас 87-й квартал по-прежнему ходим, и вы знаете, я думаю, что, ну, мое такое мнение, да, вот, конечно, понятно, что его можно легко оспорить, да, но... Тем более, в общем, это мнение, оно основано на том, как, в принципе, идет по практике, да, а практика такая, что если здесь будут сносить, в общем-то, все эти пятиэтажки, да, в этом микрорайоне, в соседних там, да, кварталах, то, скорее всего, и эти пятиэтажки тоже будут снесены, несмотря на то, что, ну, жители высказались против этого сноса. Ну, придумают там, скажут, аварийные дома там, да, или там переголосуют заново, там что-нибудь такое напишут, ну, понятно, все это прекрасно знают, методы, так сказать, подтасовывание, да, и когда это требуется. Так что, так сказать, вполне возможно, эти дома все-таки несут. Ну и последние дома, вот, которые уже точно попали под снос, они тоже блочные, как мы видим, вот они две пятиэтажки, и эти пятиэтажки под номерами, вот это 24 корпус 2, вот 24 корпус 2, но корпус 1, соответственно, это идут, вот, видите, везде по улице очень часто такая ситуация, 1 это девятиэтажки вот идут, да, ну а, соответственно, чуть в глубине и торцами куль стоят пятиэтажки. Ну, девятиэтажки, вот я только две попали, да. Помним, 40 корпус 1 и 42 корпус 1. Ну, а остальные, видите, их довольно-таки тут много, они не попали. Ну, а пятиэтажки, наоборот, кроме вот двух под вопросом, они все попали. Ну, и вот последний дом, 22 корпус 2, вот такой беленький дом пятиэтажный. И это тоже 63-й год постройки, тоже блочный дом, который попал под снос по реновации. Первая волна, 2012 год, то есть на сегодняшний день. Вот, ну все, а дальше там уже более высотные дома, там 12-этажные, 16-этажные и так далее. Вот, в глубине там этого квартала 87-го. Ну вот такая ситуация на сегодняшний день. Вот, все, сейчас мы уже приближаемся к улице Народного ополчения. Видите, тут какие еще пространства хорошие, жизненные, да? Там гаражи, по-моему, даже еще какие-то остались. Ну, в общем, еще вот остатки такой старой советской Москвы. Отчасти, по крайней мере. Ну, машин, конечно, столько не было в советское время. Ну, вот, еще раз говорю, это 22 корпус 2 тоже вот попал. По снос по реновации. Итак, заключим, да, что в итоге мы видели, да, что под снос здесь попало уже, как сказать, железно, да, получается 12 жилых домов, из них 10 пятиэтажек, я их перечислю, это 50, ну, если можно давать сначала, да, 22 корпус 2, 24 корпус 2, 38 корпус 2, 39, 40 корпус 2, 42 корпус 2, 44 корпус 2, 45 корпус 1, 47 и 58 корпус 1. И две девятиэтажки. Это 40 корпус 1 и 42 корпус 1. То есть это вот 12 всего домов. И два дома пятиэтажных, я вам показывал, да, это ЖСК Московский университет, они не попали ни в реновацию, ни по каким другим программам. Но дома блочные, 60-х годов постройки, такие же, как и оставшиеся пятиэтажки, не снесенные еще на этой улице. Так что вполне возможно их снесут. Это дома под номерами 26 корпус 2 и 28 корпус 2. Я их показывал, так что вот, смотрите. Вот такая сейчас ситуация складывается на этой улице. Ну, я уже, опять же, говорил, что поскольку две девятиэтажки вот такие вот, да, подобные попали здесь вот в реновацию на этой улице, то вполне возможно, что их судьбу разделят и другие подобные девятиэтажки. То есть это те два дома, которые попали, они могут быть типа как троянских коней, которые, соответственно, вот, ну, за собой ведут потом и другие дома. Ну, это пока лишь только предположение.
Вы смотрите передачу «Реновация и новостройки Москвы». Мы с вами на улице генерала Глаголева. Это район Хорошово-Мневники, северо-западный административный округ. Здесь эта улица заканчивается. Вот там улица Берзарина, это улица Паршина отходит от улицы генерала Глаголева как раз. Ну и мы с вами сейчас посмотрим, какие дома здесь попали в реновацию на этой улице генерала Глаголева. Значит, на этой улице сложилась довольно такая странная, интересная ситуация, что большинство пятиэтажек, которые здесь находятся на этой улице, несмотря на то, что они практически все блочные или панельные, за исключением только двух кирпичных пятиэтажек, да, здесь, соответственно, в реновацию попало только 6 пятиэтажек. Вообще здесь на улице генерала Глаголева 41 жилой дом. Из них практически из 41 дома почти половина этой пятиэтажки. И все они были построены в первой половине 60-х годов, ну, такие типичные хрущевки. То есть, ну, некоторые были, правда, построены еще в 59-м году, ну, то есть вот с 59-го где-то примерно по 64-й, по 65-й год. Вот, ну, в общем, такая типичная картина на самом деле. Вот, когда этот район как раз вошел в состав Москвы, это прошло в 1960 году, вся вот эта местность, в том числе улица генерала Глаголева, ну, тогда ее фактически не было, и назвали чуть попозже, в 65 году, уже как раз после, через 5 лет после вхождения в состав Москвы этой территории. И она уже приобрела современное название. Так вот, видите, построили здесь, ну, почти 20 пятиэтажек, да? Ну, на самом деле, даже было и несколько больше, около 30, но уже около десятка пятиэтажек на этой улице снесли. Вот, вот особо по этой стороне. Ну, около десятка, да, и там уже или сейчас будет строить дом, там пустырь вроде пока еще. Посмотрим сейчас, как там ситуация обстоит во владении номер 5, там две пятиэтажки были. Вот, либо уже построили новые дома, вот как здесь вот сейчас мы увидим новый дом на месте снесенных пятиэтажек. Так что, ну, фактически реновация тут началась еще, ну, скажем так, до того времени, как началась официальная реновация в 17 году. Ну так вот, и вот из этих, видите, 19 пятиэтажек, которые остались на сегодняшний день, сносить будут только 6. То есть меньше 1/3 пятиэтажек попало официально в реновацию. Это вот колледж, кадетский корпус. Вот, это, в принципе, понятно. И тоже, что еще интересно, да, что все пятиэтажки, которые попали в реновацию, они все находятся вот по этой, вот как раз по нечетной стороне. А почетной, там много пятиэтажек, ну, собственно, в основном они как раз там находятся, и они почему-то все не попали. Вот. Хотя они все блочные, но почему-то не попали. И вот первая пятиэтажка на нашем пути, которая попала в реновацию, вот она перед вами. Это дом 23, как раз дом блочный, построенный в 1965 году. Вот эта вот пятиэтажка здесь попала в реновацию. Ну, естественно, вот эти 9-этажные дома, конечно, и там еще есть 12-этажные дома, дальше до 14-этажные дома. Ну, много домов разных по этой улице, не только, конечно, пятиэтажки. И они, естественно, тоже по-любому не попали. Ну, а вот эти пятиэтажка, вот первая на нашем пути как раз. Все остальные находятся уже там, дальше, после пересечения с улицы маршала Тухачевского. Вот. И вот, собственно, маршал Тухачевского, вот улица пресекает, вот этот новые дома, они уже по маршалу Тухачевского. И тоже, кстати, построены, в том числе, на месте снесенных пятиэтажек уже. Еще, так сказать, до того времени, как был старт официальной программе реновации. Ну, вот это дом 23-й. Видите, какой хороший дворик, красивенький. Вот, ну и блочный дом 65-го года постройки, какие площадки, все это будет, скорее всего, скоро снесено в ближайшее время. Ну что ж, продолжаем мы разговор о реновации, перешли к улицу маршала Тухачевского, и вот перед нами пятиэтажки, которые, как ни странно, в реновации не попали. Под номером 22, вот это 22 корпус 1, она непосредственно выходит на проезжую часть, а за ней находится еще две пятиэтажки, 22 корпус 2 и корпус 3. И вот эти блочные дома 61-го года постройки, которые, в общем-то, практически везде по-любому просто попадают в реновацию без разговоров, они почему-то пока именно здесь вот
непосредственно вот видите, какие новые дома, там вот улица маршала Тухачевского как раз находится. И здесь вот почему-то эти дома, они в реновацию не попали. Но видите, жители не захотели отсюда уезжать. Вот. Ну, район, конечно, в принципе, такой неплохой, да, уже обжитой, довольно-таки старый. Ну, не знаю, с чем связано. Я думаю, что эти дома все-таки не устоят. И вот этот вот желтенький домик, там вот за ним торцом стоит он, к этой улице генерала Глаголева, 24, дом 24, корпус 1, он тоже, соответственно, не попал в реновацию. Тоже 61-го года постройки, тоже блочный, и в реновацию он как-то каким-то образом не попал. А вот это мы видим кран, вот идет стройка. Но эта стройка не по реновации. Насколько я понимаю, это какая-то коммерческая стройка. И, по-моему, строится это жилой комплекс «Кристалл». «Кристалл» от компании «Кросс». Ну, вообще, в этом районе, в принципе, эта компания «Кросс», она является, можно сказать, практически монополистом. Она тут почти все строит в этом районе. Вот хорошо у меня в них, особенно вот на улице Народного ополчения тоже много домов от этого «Кросса» построено. Вот видите, кстати, уже, видите, домик новенький. Как раз вот тоже на месте одной из сессионных пятиэтажек. Вот вам, пожалуйста. Вот. А здесь вот я не знаю, что будут строить. Вот там 14-этажные дома тоже притаились. Вон тоже, кстати, новый дом. Тоже, так сказать, на месте сессионных пятиэтажек. Здесь тоже пятиэтажки находились. Ну, а вот этот дом в реновацию попал. Это дом 13, корпус 1, по улице генерала Глаголева. Это дом панельный. Вот, и он был построен в 1962 году. Дом 13, корпус 1. Вот. Это, по-моему, все-таки, что там, объект капитального строительства. Ну, не знаю, может быть, даже там и не дом строят. Но за этим домом точно строят этот самый дом «Кристалл». Жилой комплекс «Кристалл» строит. Вот, поэтому, не знаю, конечно, может быть, что-то там и... Но это явно не реновация. Вот, может показаться, что это как бы реновация. Нет, это не совсем реновация. Это коммерческое строительство, которое тоже, как известно, ведется параллельно со стройкой по реновации. Итак, вот этот дом, обратите внимание, какой страшный дом. Панельный, 62-го года постройки, 13, корпус 1. Который попал в реновацию. А вот те дома, вот на той стороне, опять же, да, на четной стороне, они опять в реновацию не попали. Это дома под номерами 12, вот этот дом, и 10, корпус 1. Видите, они похожие дома, тоже блочные, 61-го года постройки, и почему-то они в реновацию не попали. Вот это очень странно, и я не уверен, что эти дома устоят. Он видит, там уже вовсю идет новое строительство. А вот этот дом попал в реновацию. Вот этот 11-й дом. Вот этот попал. Тоже панельный дом, 62-го года постройки. И следующий вот за ним тоже. 9, корпус 1, тоже панельный, 62-го года постройки. Но они, в принципе, видите, все одинаковые. Он тоже попал, соответственно, реновации. А вот на той стороне, видите, они абсолютно такие же, как здесь. Вот. Да, видите, они даже строили симметрично. То есть 2, 2, 2, 2. А там идут по 3. То есть тоже была какая-то определенная логика, система. Так вот, они почему-то не попали в реновацию. Очень, конечно, странно все это. И вот эти дома тоже под номерами 8. Видите, 3 дома. Вот это 8, корпус 1, а там дальше вон 8, корпус 2 и корпус 3. Они как бы по 3 дома идут. Вот они тоже в реновацию не попали, а вот посмотрите, новый дом, построенный по реновации как раз. И, насколько я понимаю, вот здесь, на этом пространстве, вот около дома 9, корпус 1, здесь хотят построить новый дом по реновации, вот как бы стартовая площадка вот здесь выделена по плану. Ну и хотят построить в 2021 году. Честно говоря, я несколько сомневаюсь, что это будет сделано прямо в 2021 году. Потому что тут, видите, пока еще работы даже близко не начались. Они, конечно, могут начаться в любой момент, но, видите, пока ничего нет. Ну, по крайней мере, так вот, соответственно, гласит план реновации. А вот здесь, вот видите, здесь уже стройка действительно началась. Вот здесь действительно были тоже две пятиэтажки, тоже панельки.
60-х годов постройки. И их снесли несколько лет назад еще. И здесь какое-то время был просто пустырь. Но ничего не было, просто открытая поляна, которая там летом превращалась в газон. Да, вот. Ну и видите, здесь решили вот построить жилой дом по реновации. И видите, характерный забор реновационный такой вот. Все, и здесь вот видите, может быть даже два дома, скорее всего, построят. Вот один, и, по-моему, там уже и второй строится дом. А вот это вот дома, опять же, встроенные 6 корпус 1. Видите, какой страшный дом. И за ним там 6 корпус 2 и 6 корпус 3. Они в реновацию тоже не попали, что удивительно, да? Опять же. Хотя, в принципе, ну что, 59-й год постройки, блочные дома. Вот, все одинаковые, так же, как и те, которые попали. Но вот, видите, жители не захотели. Вот, давайте смотрим, как идет реновация, строительство. Видите, уже тут строительство началось. Это у нас, соответственно, 83-й квартал хорошо умневники, а это 82-й через дорогу. Все, вот, видите, уже идет вовсю стройка. Вот один дом явно строится, а это, наверное, я не знаю, что, наверное, второй дом будет. Трудно сказать. Ну, площадка довольно большая, ну, тут, в принципе, видите, дома же, два дома же, по-моему, было, да? Если не больше. Но два точно было. Так что есть где, в принципе, разгуляться. Вот, это я даже не знаю, это, в принципе, могут тоже снести. Это раньше было МВД здание. Ну, сейчас я не знаю, вроде оно заброшенное, что ли. Как-то мне не очень понятно. Ну и осталось нам еще посмотреть два дома. Вот. Два дома. И они, оба дома будут кирпичных, что интересно. Вот это, кстати, дом под номером 2. Видите, 60-го года постройки, блочный. Вот, он в реновацию не попал. А кирпичный дом под номером 1, вот этот вот, который с этой стороны стоит, сейчас я покажу, вот я вам его, он попал. Вот тоже интересно, да? Казалось бы, должно быть, в общем-то, наоборот, как обычно бывает. А нет. На самом деле, видите, здесь почему-то это все не действует на этой улице. Ну, в общем, действительно, довольно-таки странно. Вот, довольно-таки странно. Все. И это вот уже начало улицы. Там проспект Маршала Жукова. Она проходит между проспектом Маршала Жукова, начинается она от него, и заканчивается, соответственно, на улице Берзарина, ну, где я показывал, где мы начинали, собственно, репортаж, откуда я начинал. Ну, это уже дома идут по Маршалу Жукову, вот, в принципе, вот он там проспект проходит. А вот это я обещал пока первый дом, сейчас покажу, вот он. Первый дом, он идет по, ну, он как бы на углу стоит этого Жукова и генерал Глагулева. Начисто по генерал Глагулева, этот дом его снесут. Вот этот дом, видите, кирпичный, 60-го года постройки. И попал в реновацию. Вот. Ну и последний дом тоже он кирпичный. Там он в глубине немножко находится. Вот, под номером 7, корпус 3. 62-го года постройки. И тоже вот интересно, всего два кирпичных дома на улице, да? И вот, даже именно эти дома, как раз кирпичные, они как раз в реновации попали. Ну, я имею в виду пятиэтажки, конечно. Ну, вот еще, посмотрите, видите, стройка вовсю идет, да? Все, огородили. Вот. Ну, это все дома вот по маршалу Жукова. В глубине просто находится. Детский сад. Вот, видите, все огорожено, прямо на большой территории. Отсюда и прямо туда вот до проезжей части. Ну и все. Ну, я думаю, два дома точно влепят здесь. Как минимум, а может и больше даже размахнуться. Вот. Здесь все огорожено, ну уж территория школы.
Ну вот они, да. Это дома по живописной. Вот. Тоже в глубине находится. Там как раз вот живописная идет улица. Ну, ведь они все похожи. Вот. Видите, как люди через школу проходят, через территорию школы. Все огорожено везде. Приходится проходить вот через школу. Вот, это по живописной. Ну, эти по живописной потом посмотрим, что попало в реновацию. А я сейчас покажу последний дом еще. 7 корпус 3. Который идет по, именно по улице Генерала Гаулева, 7 корпус 3. Это последний дом этот. Живописный 4 корпус 3, это 4 корпус 4. И вот там последний дом. Кстати, посмотрите по контрасту с этой высоткой, которая построена не так давно. И вот видите, какой контраст. Эти дома старенькие, еще советские, да? И вот новое. Ну вот она, 7 корпус 3. 62 год постройки, кирпичный дом. Тоже попал в реновацию. Все, вот. Дворик какой симпатичный и дом, собственно, сам дом. Вот он. 7 корпус 3. Все, вот напротив детский сад как раз у нас идет. А вон там стройка, видите, реновация по-прежнему. Вовсю начинается. Ну, там еще только все, в принципе, началось. Только-только начали возводить этажи. Друзья, ну вот вы видели только что, как выглядит вот этот новый жилой комплекс Хорошовский со стороны железнодорожной платформы Зорге, которая здесь вот рядом находится. Здесь как раз вход идет вот эта платформа. Ну и сейчас посмотрим немножко поближе. И несколько слов о самом жилом комплексе. Вот это Хорошовский, видите, много корпусов. Вообще, на самом деле, их всего предлагается 15 корпусов. Ну, не все еще пока построены. Он еще часто упоминается как строящийся жилой комплекс. Но это как бы и так, и не так. С одной стороны, он как бы строится, да? А с другой стороны, он уже во многом построен. То есть дома сдают постепенно. Ну, кстати, обратите внимание, такая как бы зона отдыха около платформы Зорге. Там находится метро Октябрьское поле. Это у нас район Хорошово-Мневники. Вот. Ну и здесь, собственно, граница рядом вот район Щукино. Вот улица маршала Бирюзова. Это уже туда дальше район Щукино. Вот. Завод «Энергоприбор». Вот. Ну и вот у нас третья Хорошовская улица, по которой, собственно, числится вот этот вот новый жилой комплекс, который и строится, и уже часть корпусов построена и сдана. Причем корпуса стали сдавать еще с 2018 года. Ну и сдают их постепенно. То есть построят какой-то корпус, ну, соответственно, его сдают. Вот. Там, по-моему, 2 корпуса, что ли, сдали уже в этом году, в 2020. Ну и еще несколько корпусов будет построено. Там уж не так много осталось построить, но, по крайней мере, в всех границах, которые, соответственно, указаны для этого комплекса. Может, его будут расширять, такой вариант тоже не исключен, в принципе. Вот, ну, по крайней мере, пока вот, в принципе, если исходя из тех границ, которые есть, то, наверное, уже, в принципе, не так много осталось территории, чтобы еще застроить. Сейчас там школу строят на территории этого жилого комплекса. Здесь когда-то находился совхоз «Тепличный», еще называли его «Тепличный комбинат». Вот, и вот до сих пор в память об этом сохранился тепличный переулок. Он здесь вот у нас, ну, это, в принципе, безымянный проезд. А мы сейчас выйдем на третью Хорошовскую. Вот, улицу. Обойдем это здание. Ну, так вот, и там вот конец третьей Хорошовской. И она там соединяется с улицей Берзарина. И вот как раз от улицы Берзарина, ну, прям, собственно, напротив бывшего совхоза тепличный, отходит как раз тепличный переулок небольшой. Это вот единственная, кажется, память, которая осталась об снесенном совхозе.
Ну, там, там, собственно, в основном были такой, действительно, теплицы в основном были. Много-много теплиц, в которых выращивались, ну, в основном, овощи, зелень. Ну, и дальше поставляли, собственно, в Москву на прилавки, ну, и в другие места страны. Вот, и, соответственно, все было снесено несколько лет назад. И вот уже около 5 лет продолжается строительство вот этого жилого комплекса. Ну, сдавать стали вот с 18 года, а строить-то начали еще, соответственно, до этого, года за 2-3. Потому что комплекс высотный, как я уже сказал, состоит из 15 корпусов. И этажность его от 13 до 22 этажей. Но на самом деле, в основном, это все-таки 20, 21, 22 этажа. То есть, в принципе, 13 этажей не так много корпусов. В основном, все-таки, это высотные здания. Ну, вот, смотрите, один из корпусов. Это вроде еще до сих пор строится. И вот это третья Хорошевская улица. Вон там еще, ну, много-много разных домов. Там внутри, еще внутри квартала, отсюда даже не видно, потому что это как бы такой закрытый, предполагается, жилой комплекс. Вот, и там внутри там свой двор, стоянка без машин, такое, такое озеленение, ну, современное уже, да, больше такое европейское, так сказать. Ну, сам комплекс позиционирует себя как бизнес-класс, поэтому квартиры здесь не дешевые. Самая дешевая квартира где-то в районе 9,5-10 миллионов рублей. Это за однокомнатную, ну, то есть где-то там в районе 35-40 метров квадратных. То есть не очень-то уж большая квартира. Ну, а, соответственно, верхний предел, он, конечно, может достигать, соответственно, больших уровней. Там цены могут, в общем-то, доходить и до 35 миллионов рублей, если даже и не больше. Но там и квартиры, конечно, уже трехкомнатные, метраж неплохой. Ну, вот там третья Хорошевская улица, собственно. Вот. И вот сейчас мы посмотрим поближе. Ну, вот он, жилой комплекс. Собственно, пройдем подальше. Здесь, может. Вот. Ну, весь мы его все равно не посмотрим, потому что надо смотреть с высоты. В силу того, что, видите, там вот эти корпуса, они один друг за другом идут, одни в виде башен, там они разной формы, а некоторые башни, а некоторые плоскостные дома. Ну и вот туда вот дальше идет вот все, все была территория, вот здесь теплицы стояли, и все, вот теперь застроили вот эту всю площадь, застроили вот этими домами теперь. Вот это еще строится пока дом, видите, вот там же будет бизнес-центр, соответственно, ну, всякие торговые заведения, сервисные и так далее. То есть, короче, нежилые постройки, предлагается также школа. Вроде бы и детский сад тоже, но это не точно. Вот. Так что вот такой жилой комплекс. Вон, видите, там еще дальше вдали, вон там еще, еще один корпус и так далее. То есть вот много корпусов, они, видите, все довольно высокие, в принципе, хоть и немножко разные этажности, но в целом, так сказать, это такой типичный пример человейника. То есть если вы хотите увидеть человейник, да, ну вот можете посмотреть. То есть это вот такой, еще называют некоторые гетто, ну это такое, конечно... Название может быть не очень красивое, да, и правильное, но в каком-то смысле, по крайней мере. Ну, то, что это человейник, это, в общем, 100%. Очень много домов на, в принципе, небольшой территории. Вот, буквально друг к дружку вот, прислонены, довольно кучно находятся. На закрытой, опять же, территории все это, конечно... позиционируется, как это круто, там видеокамеры везде по периметру, все это просматривается. Но, опять же, понимаете, это все, с одной стороны, конечно, многих привлекает, а с другой стороны, это все камеры, они психологически очень плохо действуют на людей, очень плохо действуют, и, в общем, конечно, сильно действуют на психику в том числе, и ничего хорошего от этого, в принципе, нет. А вот пятиэтажка по контрасту, пятиэтажка. Да, кстати, находится этот вот жилой комплекс по адресу 3 Хорошевская улица, вот это. Здесь она вот заканчивается, а там уже улица Берзарина. И вот 3 Хорошевская, дом 7, но на самом деле там адреса домов не 7, а 25, 27, 29. Вот так вот строятся корпуса. Там, допустим, 29 корпуса 1-2, 25 корпуса 1-2, ну и так далее. Номер 3 там и прочее. То есть вот такие вот адреса. А вот это у нас пятиэтажка. Вот она, видите, которая попала в реновацию. Единственная пятиэтажка на 3 Хорошевской улице. Ну, потому что просто больше тут пятиэтажек-то и нет. Просто больше нечего сносить. Вот здесь она затесалась. Вот, в конце 3 Хорошевской улицы под номером 7. Типичная кирпичная пятиэтажка. Вот.
которая была построена в 1658 году. Вот, и она должна, по идее, быть снесена. Ну и, собственно, жители ждет вот примерно такие вот дома, то есть переселение вот в такие вот, так сказать, условия. Ну, плюс-минус, да. Вот, в этом комплексе домов по реновации не предусмотрено. Вот, ну, а так вот в целом, конечно, примерно такие дома дают вот переселенцам по реновации. Вот, такие же вот. Ну, правда, единственное, дают в основном панельные дома, а здесь монолитный кирпичный, но все-таки бизнес-класс, поэтому, конечно, здесь более существенно. Но, я имею в виду, по виду примерно похуже. Ну, так конструктивно, конечно, здесь покруче все-таки коммерческая застройка. Вот, так что вот этот дом, соответственно, буду сносить, и когда его снесут, то, наверное, здесь еще построят дополнительно корпуса. Вот, а там туда дальше этот корпус, вот этот жилой комплекс Хорошовский, он может еще дальше туда вот продвинуться, дальше по третьей Хорошовской улице. Вот, потому что там сейчас, в принципе, тоже продолжается снос большого гаражного комплекса «Телефонист». Там большие споры были, но, в общем, все равно снос идет. И уже, может, даже и заканчивается. И поэтому, в принципе, туда тоже может продвинуться. Ну, дальше там еще, в принципе, застройка будет идти дальше туда, продвигаться еще в глубине квартала, вплоть до улицы Демьяна Бедного. Но там застройщик другой, там сейчас тоже территория искуплена, вот этого Октябрьского радиоцентра, и она тоже будет застраиваться. Но там этот застройщик компании «Монарх», а та застройщик там компания «Крост». Компания «Крост» тоже довольно известная в Москве компания. Вот. И вот она будет там застраивать. Там пока застройка еще не началась. Вот, не так давно эта компания купила землю там, и вот скоро, наверное, застройка уже начнется. Ну, а вот смотрите, вот этот дом, собственно, вот, вот этот дом будет, по идее, сноситься. Пятиэтажный. Всего. Ну, а дальше, вон, видите, улица Берзарина. И, соответственно, там вот Курчатовская железнодорожная ветка проходит, которая уже довольно давно не работает. Вот, в сторону Курчатовского института, так же завода ЖБИ. Бывшего уже, но сейчас он тоже практически уже не работает. А может, уже не работает. Ну вот, видите, здесь со стороны, вот немножко зайдем со стороны улицы Берзарина. Видите, какие корпуса. Тут тоже можно посмотреть. Да, вот такая застройка. Ну и опять же пятиэтажку со двора посмотрим. Здесь она хорошо видна. Вот с этого вида. Да, вот эта пятиэтажка под номером 7, по третьей Хорошовской. Она назначена под снос. Ну, давайте чуть поближе подойдем. Вот. Чтобы на такую камеру немножко получше рассмотреть. Здесь вот лучше, получше видно. Вот. Ну, особо, я знаю, уголковых домов здесь вроде нет. Они просто близко примыкают. Но, собственно, уголок они фактически не образуют. Ну, вот видите, вот дом такой, как бы небольшая башня. Там вот плоскостные строения. Ну, вот это не то школа, не то детский сад. Вот перед нами непосредственно вот это вот здание. Ну, что-то такое. Ну, вот видите, там охраняемая территория, вон еще корпуса. Ну, и там дальше они, в принципе, разбросаны. То есть тут их довольно-таки много, на самом деле, этих корпусов. Вот, так что я представляю, как мучились жители этой пятиэтажки и соседнего 12-этажного дома вот, вот по улице Берзарина, которые здесь живут. Когда это все строили, несколько лет просто житья им не было, да, и до сих пор еще даже немножко стройка продолжается. Наверное, нервно вздрагивает уже. Ну, вот такая ситуация. Вот такая у нас новостройка. Вот, и, в общем, она уже вовсю заселяется, и уже многие там даже живут. Вот. В принципе. Ну, ипотека, кстати, тут тоже довольно дорогая, на самом деле. То есть, в принципе, здесь, ну, где-то 45 тысяч в месяц, и это на 30 лет. То есть вот так вот. То есть платить 30 лет, примерно по 45 как минимум, еще надо найти за такую цену. То есть там это еще, я бы сказал, по минимуму, а есть и побольше. Так что ипотека тоже не дешевая. Ну, в общем, вот в целом комплекс я показал. А так, конечно, лучше всего смотреть его с высоты. Вот, и уже так более наглядно будет. Так что если захотите, то, в принципе, можно в интернете там найти или на ютубе, там, не знаю. Ну, в общем, где-нибудь. Сами посмотрите. Ну, все. Вы смотрите передачу «Реновация новостройки Москвы». И это живописная улица. Вот и она здесь начинается от проспекта маршала Жукова, который там проходит. И, соответственно, длинная довольно улица. Заканчивается она на Новощукинской, уже даже в другом районе. Она проходит в двух районах. Вот это Хорошовский район. Ну, а уже
дальше заканчивается она в районе Щукино. Вот. Но это все северо-западный административный округ. И на этой улице в реновацию попал 21 жилой дом всего из 56, которые на ней находятся. И надо сказать, что все эти дома пятиэтажные, все пятиэтажные, но они разные по материалу. То есть это и кирпичные, и блочные, и панельные. Ну, то есть они, как бы, весь набор присутствует. Ну, и основная часть домов попала в реновацию именно в этом Хорошовском районе как раз. В принципе, в начале, в середине улицы. Ну, а в Щукино там совсем немного, всего 6 жилых домов попало в реновацию. Кстати, далеко не все пятиэтажки здесь попали в реновацию. Особенно это касается кирпичных домов, но, кстати, не попал даже и два блочных дома. И вот первые дома, которые попали в реновацию, это кирпичные дома под номерами 4, корпус 1, 2, 3, 4. Вот это 4, корпус 1. Дом непосредственно выходит на проезжую часть. Вот за небольшим, плохо видно, конечно, за зеленью. Сейчас лето, все скрылось. Ну вот он, дом 4, корпус 1. Вот эти дома все, они были построены в 1162-63 годах. Вот эти все 4 корпуса, дом номер 4. Вот это 4 корпус 2, дом. Это 4 корпус 2. Ну и вот так они, в принципе, идут друг за другом. Вот это 4 корпус 1. Корпус 2. Вот он. Ну, за ним, соответственно, 4 корпус 3. Вот он. Корпус 3. Ну и за ним тоже на некотором расстоянии, соответственно, 4 корпус 4. Ну, точно такой же, они совершенно все одинаковые, дома 4, кирпичные, ну и построены, в общем, в одно время. Да, кстати, все пятиэтажки здесь построены были в 60-е годы на этой улице, ну, собственно говоря, тогда же, когда, в общем-то, основаны на других улицах. Ну, есть, конечно, более ранние, 50-х годов и 70-х даже есть, но это все-таки намного реже, чем 60-е годы. Ну, та стройка была вот этого района. Ну, район Хорошовский, а исторически это квартал Хорошова в Невнике. Ну и, кстати, вот этот район, это 83-й квартал у нас сейчас, мы идем. 83-й квартал Хорошо у Мневников. Ну и вот он, дом 4. Корпус 4. Вот обратите внимание тоже на дворы. Видите, все в зелени утопает. Здесь, кстати, траву не косили. Смотрите, как хорошо все выглядит. Видите, когда траву не косят, смотрите, как красиво все. Вот траву косить не надо. Это ни к чему совсем. Мало того, что это наносит вред животному растительному миру, но это еще, кстати, эстетически не очень красиво. Так, ну что ж, вот посмотрели мы эти дома. Теперь пойдем туда, снова к проезжей части выйдем. Ну, это вот девятиэтажный дом, тут их довольно много, таких домов. Здесь попали только пятиэтажные на живописные, никакие другие девятиэтажные и, естественно, более высокие. Ну, более высокие они вообще нигде не попали. А вот девятиэтажные они здесь не попали, хотя на некоторых улицах они попадают. Ну, в частности, вот этот вот дом, он тоже не попал. Ну, еще раз смотрите, четвертые дома, 4 корпус 3, этот дом. Дальше корпус 2, и на проезжую часть выходит корпус 1. Ну, вот тоже смотрите, как красиво, да, видите, тоже, что, значит, траву вот не косили, может быть, там. Что все-таки жители послушали, что они не хотят. Не знаю почему, но вот видите, как хорошо. Вид очень красивый.
даже вспоминаешь свое детство. Вот такая трава была действительно в основном во дворах, около домов. Очень хорошо, конечно, вид. Совсем другой, чем просто лысый газон какой-то, весь вытертый, опаленный солнцем. Очень некрасиво. Ну, опять же, на мой взгляд, может, кому-то нравится, конечно, и все выцветшее. Но я как-то не поклонник таких вещей. Так, ну что ж, здесь можно спуститься, я думаю, да? Попробуем. Немножко дождик прошел вчера, очевидно, здесь сильный был дождь на северо-западе. У нас на юге почти не было дождя. Ну, по крайней мере, там, где я живу, вообще не было. Почти так, чуть-чуть покапало, и все. А здесь прям видно, очень сильный был дождь. Так, вот с той стороны видим дом 5, корпус 1, который тоже попал в реновацию. А на той стороне у нас 84-й, 85-й квартал. Хорошо у Мневников. Вот, исторический. Ну и, естественно, Хорошовский район. Видите, очень плохо видно за зеленью этот дом. Но этот дом, он уже блочный дом. Ну, тоже, кстати, 62-го года постройки. То есть построены они были одинаково, только здесь они кирпичные, а там блочный вот дом. Там и сам блочные дома. Ну, сейчас посмотрим. Он прямо на проезжую часть выходит. Это дом 5, корпус 1. Вот он так вот немножко. С полосами белыми, а так желтоватенький дом с белыми полосами. Вот он. Видите, как деревья обкарнали, кажется, сильно, а так, в общем, еще. Так, ну, а по этой стороне у нас дом 6, корпус 2, вот он, вот, и это панельные дома, это панельный дом, тоже 62-го года постройки, вот этот, 6, корпус 2, панельный дом 62-го года постройки, тоже попал в реновацию. Ну и следующий дом, 8-й, тоже попал в реновацию. Он тоже панельный, тоже 62-го года постройки. Немножко цветом они отличаются. Такой сероватый. Но это желтенький домик. Ну а по сути дела, в общем-то, они, конечно, одинаковые панельные дома. Тоже видите, какие дворы. Ну это, кстати, улица маршала Тухачевского здесь отходит. И этот дом, он фактически находится на углу вот с этой улицы маршала Тухачевского. Ну, а там вот 5, корпус 1, еще раз можно посмотреть на этот дом. 5, корпус 1. Блочный дом. Ну что ж, мы идем за улицу маршала Тухачевского, продолжаем. Типа улица Живописной. И сейчас идем в сторону улицы Паршина. Видишь, валяется оранжевая? Ну, вот еще раз посмотрите, это вот 8-й дом, видите, желтенький. Ну, это уже современные дома на улице маршала Тухачевского. Вот. Так, светофор попали, да? Ну, ничего, подождем. Ну, на Тухачевского уже много домов, кстати, построили. Здесь вот, в Хорошовском районе, современных. Вот. Ну, конечно, есть еще и пятиэтажные, но я уже делал репортаж о реновации на улице маршала Тухачевского. Так что уже показывал дома, которые там вот снесут, пятиэтажные. Он даже немножко видно. Ну и там дальше ближе к улице генерала Глаголева и туда далее. Вот там, в принципе, есть. Не так много, но все-таки тоже, конечно, остались еще. Ну а вот у нас, мы видим, дом выходит торцом. Вот видите, еще один блочный дом. Вот сюда как раз выходит он на Живописную улицу. Вот. Он тоже попал в реновацию. Дом 7. Дом 7. И, кстати, вот что интересно, что в основном вот попали в реновацию те дома, которые находятся рядом с проезжей частью. Такое вот еще у меня наблюдение есть. А те, которые чуть подальше, они не все попали. Ну вот четвертые дома, да, попали, а некоторые в других вот местах, особенно в Щукино, вот мы увидим, да, там далеко не все попали в реновацию дома, особенно которые находятся в глубине, а которые на проезжую часть выходят, все, почти все попали. Ну, многие, по крайней мере. Вот, особенно около улицы Рогова, там вот между. Ну, вот этот вот дом 7, вот он тоже
Блочный дом 62 года постройки тоже был, попал в реновацию. Он торцом стоит в проезжей части. Ну и, соответственно, следующие за ними дома 9, корпуса 1 и 2. 9, корпуса 1 и 2. Так, сейчас, наверное, лучше будет перейти на ту сторону, чтобы лучше посмотреть. Так. Кстати, трамвайная улица на всем протяжении. От начала до конца трамвай. Ну вот, видите, дом 9. Корпус 1, это тоже блочный дом, и тоже он попал в реновацию. Вот такой вот довольно длинный тоже дом. И вот тоже в реновации. И следом за ним еще 9, корпус 2 тоже. Вот еще раз посмотрим. 9, корпус 1. Вот там, где конц товара находится. Ну и, соответственно, за ним. Видите, как называешь. Ну, они, в принципе, тут тоже, опять же, двор идет такой весь зеленый. А здесь уже, видно, скосили траву, и газоны, в общем-то, убитые, конечно. Вот видите, какая разница. Вот здесь уже косили траву, здесь все видно. Это сам перекапывали. Ну, и вот, пожалуйста, результат. Как там, да, около четвертых домов, и как здесь. Ну, совсем разница. Но, правда... Детская площадка, конечно, так ничего себе. Вот, спортивная тут же, маленькая, правда. Ну, типа турников, да. Ну, вот это вот 9, корпус 2 дом. Он тоже попал в реновацию. Это все вот блочные дома 62-63 годов постройки. Ну, собственно, такой же дом. А вот 9, корпус 3 в реновацию не попал. Хотя он совершенно такой же, в принципе, дом. Да, я его покажу, но он не попал, но я на всякий случай покажу его. То есть, очень такой же дом, тоже блочный. Точно, тоже в одно время с этим был построен. 62-63 год. Ну, вот видите, а почему-то не попал. Вот он, этот дом. Но он почему-то остался. То есть, я так понимаю, что жители, наверное, проголосовали против. Но, опять же, как я всегда в таких случаях говорю, очень я сомневаюсь, что этот дом уцелеет, если будут сносить, соответственно, те дома. Вот. А этот, соответственно, останется. Вот он, видите, это 9, корпус 3. Ну вот, я еще раз говорю, что не факт, что он уцелеет. Не факт. Ну, посмотрим. Так, ну и за улицей маршала Тухачевского, здесь вот уже у нас идет 86-й квартал, хорошо, у Мневников, это по-прежнему Хорошовский район, то есть был там 83-й, вот там где с 4 по 8 дома были, да, а здесь уже у нас пошел 86-й район, а это по-прежнему остается 84-й, 85-й квартал, тоже хорошо, у Мневников, по этой стороне. Ну и вот мы видим, вот они, жилые дома, которые тоже попали в реновацию, это вот у нас дом 16-й, который так несколько под наклоном стоит. Вот этот желтенький домик. Сейчас покажу. Вот это дом 16-й. Вот несколько он так под наклоном, да, стоит. К этой улице. Ну, а это у нас дом, соответственно, дом 18-й. Вот. Сейчас здесь у нас сейчас идут одни блочные дома, и с той, и с другой стороны. То есть вот этот вот 18, корпус 1, это все блочные дома, построенные в 62-63 годах. Так что тот дом 16, что вот этот 18, тоже обычная блочная пятиэтажка 62-63 годов постройки. Ну, кстати, веток сколько наломало вчера, да? Я так понимаю, сильно здесь было. А у нас только как ветерочек небольшой, и все. Итак, это дом 18, корпус 1. Ну, здесь сразу вот идут 4 дома, вот 16, 18, 20 и 22. Это вот в сторону улицы Паршина. Вот. Ну, обычные такие пятиэтажки, думаю, даже, в общем-то,
они все там за зеленью скрылись, особо не увидишь. Ну, на всякий случай, вот этот еще раз дом 18-й, стандартный. Так, и мы сейчас идем в эту сторону. Здесь еще два дома попали в реновацию. Вот он, первый дом, который попал. Так, он чуть-чуть тоже скрылся в зелени. С некоторым отступом он стоит тут в проезжей части. Вот, это дом 13, корпус 1. И тоже он блочный. И, ну, построенный чуть попозже, в 64-м году. Ну, в принципе, тоже. Примерно в одно время, но чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже, чем вот предыдущие дома мы видим. Или вот на той стороне. А с той стороны у нас дом 20. Вот он тоже скрылся за листьями. Желтый домик такой, интенсивно покрашенный. Это дом 20. Тоже блочный дом. 62-63 годов постройки. Ну, а там 22. Тоже попал в реновацию. Ну, они, видите, они все одинаковые. Все, в принципе. Эти вот лицом выходят на проезжую часть, а вот 16 и 18, они немножечко под углом. Ну, по сути дела, это мало что меняет. Суть их одинаковая. Ну, это, кстати, тоже, видите, домик вот чуть-чуть его сделали под наклоном в проезжей части, чтобы, ну, специально, чтобы хоть немножко как-то уменьшить шум. В общем-то, в большей степени из-за этого, чтобы не прям непосредственно выходило, как бы он чуть-чуть туда вот уходит, в сторону. Ну и проезжая часть здесь, она еще делает такой небольшой уклон. Тоже поворачивает. Изгиб такой у нее. Итак, это дом 13, корпус 1, мы видим, да? Вот, можно посмотреть, такой довольно длинный дом. Вот он попал в реновацию. А вот 13, корпус 2, он в реновацию не попал. Хотя абсолютно такой же тоже блочный дом, тоже 64-го года постройки, вот прям за ним он находится, я тоже сейчас покажу на всякий случай. Но он тоже не попал. И это, опять же, очень странно, потому что, ну, вообще обычно такие дома, конечно, попадают и их, в общем-то, сносят. Это большая редкость, когда такие дома не попадают в реновацию. Ну, вот он, 13, корпус 2. Вот. И вот этот дом, он не попал в реновацию. Вот он. Тут он прям в тенечке. Ну, наверное, видите, очень хорошо тут жителям жить. Смотрите, как прям все зелено, красиво. Наверное, из-за этого и не попал. А вот 13, корпус 3, вот тот дом, который стоит на метров 50 от дороги, довольно далеко, в глубине, он попал в реновацию. Вот этот дом 13, корпус 3. Ну, тоже, в принципе, 64-й год постройки, тоже блочный дом. Тут, в принципе, он только не блочный, а панельный. Он панельный. Это не блочный. Вот он отличается тем, что он панельный. Хотя по внешнему виду, в принципе, он, в общем-то, ничем от этих особо не отличается. Ну, по конструктивному принципу он несколько отличается. А по внешнему виду даже, в общем-то, и не скажешь, что есть какое-то отличие. Так, вот это дом 13, корпус 3, который попал в реновацию. А вот это еще раз пока 13, корпус 2, который не попал, но... Опять же, я, как всегда, в таких случаях говорю, я очень сомневаюсь, что он устоит в том случае, если действительно начнется уже тут настоящая реновация, пока она еще только не началась, пока только план есть реновации, да. И если уже начнут сносить все тут, да, в этих вот, так сказать, кварталах, микрорайонах, да, то я боюсь, что вот этот дом, он не уцелеет. Ну, посмотрим, может быть, я и ошибаюсь. Ну, а теперь вот, да, и вот перед нами, соответственно, дом 22-й, такая, да? Да, 22-й, видите, как его более-менее неплохо видно, в отличие от других, которые там прям совсем скрылись за листвой. Вот это 22-й дом, тоже блочный 62-63 года постройки. Это вот дом тоже попал в реновацию. И все, вот это вот, все, что попало в реновацию на живописной в Хорошовском районе. А мы теперь идем в район Щукино, туда, за улицу Паршина, Берзарина. Вот там он уже, видите, девятиэтажка, это вообще 12-этажный дом, так что, естественно, их никто сносить не будет. А здесь вот на улице вот эта Саляма Адиля, которая отходит от этого проспекта маршала Жукова. В реновацию попало два жилых дома, вон один из них, две панельные пятиэтажки. Это у нас 76-й квартал Хорошова-Мневников. Видите, здесь уже современная застройка Велтон-парка.
Там дальше больница идет по этой улице Саляма Адили как раз. Ну, это тоже вот современный, видите, большой дом. Ну и, собственно, от советского прошлого осталось вот эти две пятиэтажки здесь. Вот они, как говорится, притаились чуть в глубине квартала. Но одна выходит на проезжую часть, ну, сектором расстоянием, а другая вот в глубине уже находится. А две одинаковые пятиэтажки, вот под номерами 9, корпус 1 и вон корпус 2. Они обе панельные и были построены в одно время, в один год, в 1961 году. Вот, пожалуйста, вот и хорошо видно. Итак, 9 корпус 1, 9 корпус 2. Две панельные пятиэтажки построены в 61 году. Ну, конечно же, они попали под снос по реновации. Вот. Так же, как и подобные им пятиэтажки. Здесь вообще хорошо в Мнёвниках, в этом районе, вообще все дома попали только под снос. Здесь реконструкция не предусмотрена в принципе. Ну и вот 9 корпус 2. Параллельно ему находящийся дом, такой желтоватый. Этот такой белый по преимуществу, а то желтый. Даже такой желто-оранжевый. Вот. Ну и между ними находится двор, который сейчас, конечно, в снегу. Вот, но... А так, конечно, здесь все в зелени. Деревья немножко повырубали, но в целом тут зелени довольно много еще есть. Вот эти два дома. 9 корпус 1 вот с этой стороны двора и 9 корпус 2. Вот эти два дома здесь несут. А больше, собственно, особо сносить-то и нечего. Здесь по улице Саляма Адиля. Там уже Карамышевская набережная, собственно, на которой эта улица идет. Ну и там уже видим современные дома по преимуществу. Да. Ну, а там больница, опять же, с другой стороны. Ну вот, с другой стороны проезжая часть, вот это 9 корпус 1 дом и 9 корпус 2. А это вот закрытый кинотеатр «Патриот». Вот здесь находится. Ну, я не знаю, может, в нем какая-то есть жизнь, но, в общем-то... Вроде как, ну как кинотеатр, он уже не работает. Он закрыт, причем довольно давно. Вот это вот кинотеатр. Но здание пока стоит, скорее всего, будут его сносить. Но пока вот непонятно, что, когда это произойдет и что на его месте построят, наверное, тоже какой-нибудь районный центр, как и в других местах. Ну а сейчас мы посмотрим реновацию в 74-м квартале Хорошова Мнёвников. И это, конечно, уже так. Серьезно, довольно ударно. Видите, здесь на первой линии стоят высотные дома. Вот это построены были, в общем-то, в недавнее время. Ну, а между ними, там за ними, за вот этим домом, еще тоже советским, затесалось очень много пятиэтажек в этом 74-м квартале. Около трех десятков, около 30 жилых домов. Сама Москва-река протекает в нескольких десятках метров там вот, вот отсюда. Ну, а... Естественно, здесь застройки никакой нет, небольшой парк находится. Ну, а, собственно, по другую сторону как раз находится жилой квартал, жилой район. Именно вот 74-й квартал Хорошова Мнёвников. Вот, причем, что интересно, дома тут буквально как на подбор. Ну, что, в общем-то, характерно для Хорошова Мнёвников. То есть дома тут все одинаковые, буквально, блочные, вот, в основном белые, и были построены, ну, фактически, буквально в один год, там, строили буквально три года, с 59 по 61 год. Ну, в основном большинство домов построили в 60 году. Ну, то есть тогда, как раз, когда эта территория стала московской, хорошо, у Мнёвники вошло в состав Москвы, ну, а до этого было Подмосковье. Ну и квартал тут находится между вот этой вот Карамышевской набережной, а также улицей Народного ополчения вот там и проспектом маршала Жукова вот там. Но там находится третий силикатный проезд, видите, строится новый жилой комплекс на территории промзоны силикатной улицы. Ну а мы приступим, будем смотреть на те дома, которые попали в реновацию. Конечно же, под снос. Конечно, под снос. И сейчас мы будем видеть вот блочные дома, построенные
59-60 годах. И вот первый дом номер 4. Сначала посмотрим на мапу по Карамышевской набережной. Дом 4. Потом перейдем на улицу Народного ополчения. И потом уже на проспект Маршала Жукова. Ну и улицу Демьяна Бедного. Итак, Карамышевская набережная, дом 4. Вот так вот дома сейчас будут идти по 3. То есть раз, два, три, раз, два, три. Вот по 3 пятиэтажки. Вот, и они все попали в реновацию. Итак, дом 4. Дом 6. Вот дом 6, а это дом 8. Итак, дом 6, а это дом 8. Причем вот этот шестой дом, восьмиэтажный, ну он тоже попал, получается, в реновацию. Ну и вот этот тоже. Дом 8, естественно, понятно тоже. Ну, дома все блочные. Да, и в основном здесь дома попали во вторую очередь реновации, то есть с 25 по 28 год. Часть домов попала в третью очередь, 29-32 год. Ну и два дома, всего только два дома в этом квартале попали в реновацию в первую очередь, то есть в ближайшие годы до 24 года. Но я их покажу. Итак, дом 4, дом 6, дом 8. Вот это первые дома вот, по Карамышевской набережной, которые попали в реновацию. Ну, здесь они довольно кучно находятся, так что, в принципе, мы их довольно быстро посмотрим. Вот дальше, там, по-моему, детский сад. Ну, может, раньше был, сейчас не знаю. Так. Ну вот, дом 12. Тоже опять по 3 будет идти дом 12 у нас. И видите, они все выходят либо торцами к проезжей части, либо находятся даже несколько в глубине вот этого квартала. Ну, специально, опять же, как я много раз говорил, чтобы снизить шумовую, вредную нагрузку от примесей, от автотранспорта. Вот. Ну и звуковую, конечно, тоже. Все вместе. Шум. И всякие примеси вредные. Вот. Две главные задачи. Ну вот, еще раз смотрим. Дом 12. И тоже на некотором расстоянии от проезжей части тоже находится, да? То есть хоть и торцом выходит, но не непосредственно на проезжую часть, а все-таки на расстоянии. Тоже специально делалось. А эти уже потом, видите, дома построили прямо непосредственно уже с выходом на проезжую часть. Буквально, можно сказать, почти на проезжей части стоят дома. Итак, дом 12, дом 16 и между ними дом 14. Точно такая же схема. Это вот такая действует здесь. Итак. Дом 14. И он, кстати, шестиэтажный, а не пятиэтажный. Дом 14. Вот. Вот это у нас дом 16. Итак, дом 16, 14 и 12. 12, 14, 16. Вот. Ну и сейчас еще раз такую троицу домов увидим. Такая же конструкция, схема такая же. Ну, специально такая планировка была, да, выбрана здесь. И как бы такой несколько закрывающий дом со стороны проезжей части. И вот эти девятиэтажки такие вот башенного типа немножко, вытянутые вверх. Вот. Вот эти вот они. Чуть поближе к проезжей части, как бы чуть закрывают вот эти пятиэтажки. Ну, тоже они 60-е годы постройки. Но они в реновацию здесь не попали, в этом районе. Дом 18 не попал в реновацию. Ну, а мы смотрим сейчас еще. Вот это дом 20, 22 и 24. Это вот все дома по Карамышевской набережной, которые, собственно, попали в реновацию. Вот детский сад между домами. Итак, это дом 20. Напоминаю, это блочные дома, построенные в 59-м. Это 60-61 год.
60-61 год. Все дома здесь были построены. В основном в 60-м. Итак, дом 20-й. И та же самая конструкция. Поперек ему стоит 22-й. И чуть на расстоянии, тоже параллельно, 24-й. Так. И тоже вот уже, видите, по передней линии выросли вот дома уже последние годы, в советское время. Вот 24-й дом, а это 22-й. Так что здесь все, в принципе, более-менее понятно. 22-й и 24-й, желтоватый такой дом. Вот. Итак, 24-й. 22-й и 20-й. Вот, собственно, три дома. Ну, вот, то есть, как бы 3 по 3 получается так, такая схема. Вот, ну и все. Все, вот этот 20-й, 22-й и 24-й. 3 по 3. Все, это что касается вот именно Карамышевской набережной. Вот, ну а теперь, собственно, выходим на улицу Народного ополчения. Вот это 24-й. Опять же, там замыкающая девятиэтажка. Облицованная уже в последние годы. А так она тоже блочная. Просто облицованная. Видно, как ремонт прошел в этом доме. Н-26. Это автобусная станция конечная. Карамышевская набережная тоже. А вон уже дома по улице Народного ополчения. Такие же блочные дома. В начале улицы. Помните, мы видели один дом под Народным ополчением, тоже попал в реновацию. Там общежитие это в конце уже, ну, ближе к концу. Но это в районе Щукино. А это вот здесь она начинается в Хорошоумневнике районе. И прям вот этот вот у нас дом 4-й, сразу мы видим. Тоже он попал в реновацию. Дом 4 вот перед нами. А вот за ним, видите, Велтон Парк. Жилой комплекс, который, как бы сказать, уже притча в языцах, да, у всех на языке. Как бы такой пример человейников, да, когда вот приводят, например, человейников, таких огромных домов, башен, да, где люди прям так вот кучно живут, но как будто в общежитии фактически, то вот приводит пример этот Велтон Парк, вот, жилой комплекс строила компания Крост, ну и продолжается там, кстати, строительство, еще корпуса строятся, вот, но это коммерческая застройка, я не знаю, по-моему, там реновация есть или нет, вроде что-то не слышал, ну, может, и дадут какой-нибудь дом под реновацию. Итак, это дом 4, следующий за ним 6-й дом. И вот это уже у нас улица Народного ополчения, которая там проходит, и эти дома, они тоже стоят торцами к проезжей части. Так, дом 4. Вот это у нас дом 6. За ним стоит. Вот дом 6. Это все у нас вот блочные. Дома блочные, пятиэтажки. Ну, детский сад, наверное, тоже. Да. Вот. Дом 6. Сейчас выйдем ближе к проезжей части и посмотрим все это. Велтон Парк чуть поближе, чтобы было представление. Но он еще туда идет дальше. До улицы Саляма Адиля фактически. Вот. И туда. Карамышевская набережная тоже. И четвертая сторона — это проспект Маршала Жукова. И вот он так вот находится. Здесь вот много корпусов. Там даже выше 40 этажей есть корпуса. Но они разные все. Разные этажности, но есть очень высокие. Но есть чуть поменьше. Но в любом случае довольно высокие корпуса. Там еще, кстати, тоже есть ряд пятиэтажек, но они в реновацию не попали. Хотя их, скорее всего, тоже снесут. Этот Крост. Ну вот видите, этот жилой комплекс, это все Крост. И вон тоже Крост. Вот эти башни. Вон они какие большие. Там за 40 этажей, чуть ли не 50. Ну много. Итак, а это вот дома. Смотрим. 4-й, 6-й. Вот со стороны проезжей части. Да, видите, тут немножко закрыли. Когда реконструкция была улицы Народного ополчения. Немножко поставили щиты защитные. Вот. Но эти дома тоже будут сносить. Причем это вот вторая очередь сноса. Вторая очередь сноса. А на Карамышевской интересно, что там все дома вторая очередь сноса. А вот этот дом, который мы видели, я забыл сказать. Вот это 6-й дом, который 8-этажный. Вот он попал в 3-ю очередь сноса.
То есть только один дом, поскольку он именно восьмиэтажный, то его решили сносить в последнюю очередь. Итак, дом 4, вот это дом 6, хорошо видно, а это дом 8. Вот, видите, они так тоже немножко в глубине стоят от проезжей части. Еще щиты сделали, а раньше народного ополчения такая улица была очень тихая, поэтому шума здесь почти не чувствовалось. И, конечно, много зелени, поэтому жители, в общем, жили действительно почти как в раю, очень хорошо. Ну, квартира, конечно, да, малогабаритная, в принципе, понятно. Не очень, как бы, стыкуется с современными условиями. Так, дом 8, дом 6, а вот это дом 8. Вот. А это там уже 10 дома, 10, их 2, 10 корпус 1 и 10 корпус 2. Вот это у нас 10 корпус 1, а он 10 корпус 2. Они вот так вот идут, только они лицом выходят на проезжую часть. А этот немножко в глубине, параллельно ему. Вот это 10 корпус 1, а вон там 10 корпус 2 дом. Вот это я не знаю, что тут строится, какая-то, наверное, развязка будет, скорее всего. Тоже еще продолжается. Ну, это Белтон Парк можно посмотреть. И строят, наверное, может, какой-то. Или удлинять будут улицу, или развязку будут делать, может, какой-то на пересечении вот этой Карамышевской набережной и вот этой улицы народного ополчения. Вот. Так, сейчас снег пошел, конечно, не здорово. Помешает нам, конечно, но ладно. Итак, вот здесь смотрим. Вот это дом у нас 10 корпус 1, здесь хорошо видно его. Вот 10 корпус 1. И вот по контрасту Велтон Парк. И вот 10 корпус 2 тоже хорошо видно. 10 корпус 2. Вот два дома, которые, естественно, тоже попали под снос. Здесь все дома, естественно, под снос. Все эти пятиэтажки, они даже без разговоров попадают под снос. Вот. Ну вот, а теперь мы выходим к 12, 14, 16 домам. А вот их очень много, этих домов. Буквально там 4, а то и 6 корпусов. Вот, так что, ну, скажем так, 16 домов, там всего 3 корпуса, а вот уже 14 4 корпуса, а 12 аж 6 корпусов. И вот мы видим как раз этот дом у нас 12 корпус 1, который непосредственно выходит на проезжую часть. А остальные вот за ним 1, 1, 1 туда дальше идут, идут. Это вот уже дома 12 корпус 2, 12 корпус 3 и туда дальше 4, 5, 6. Вот это все одинаковые дома. Все одинаковые. Блочные, построены в 59-60 годах. Вот. Итак, 12 корпус 1, 12 корпус 2. И тоже вторая очередь сноса. То есть 25-28 годы. 12 корпус 1, 12 корпус 2. Вот, а там у нас 14 дома. Вот, это 12 корпус 1, а за ним идет 14 корпус 1. Вот так. А вон дом, который поперек стоит, это 16 корпус 1. И вот эти дома 14 корпус 1 и 16 корпус 1. Вот эти единственные два дома, два, которые снесут в первую очередь. То есть с 20 по 24 год. Ну, уже получается 21, то есть с этого года и по 24. То есть в ближайшие вот 3 года их должны снести. Ну, 4 года получается, да? 20, 21, 22, 4 года. Вот в ближайшие 4 года их должны снести. Ну, так, если по плану, да, брать. Ну, блочные дома, ведь они даже все по цвету одинаковые, такие желтоватые. Ну вот, пожалуйста, дом 14, корпус 1, 12, корпус 1, еще раз 14, корпус 1, 16, корпус 1. Вот, вот. И сейчас давайте пойдем, чтобы нам как-то так получше было, вот между этими домами, и будем смотреть. Вот это у нас 12, корпус 2 дом, хорошо видно здесь, 12, корпус 2. А это 14, корпус 2. Вот так. Ну, между ними, видите, такая между домами. Можно сказать, почти в таком закрытом пространстве. Вот детская площадка. Вот, ну, немножко спортивные тоже, турники всякие и так далее. Итак, 14 корпуса, а это 12 корпус 3. Поскольку 12 6 корпусов, то они немножко, видите, так покучнее идут. 12 корпус 3. Итак, 12 корпус 3. А это 14 корпус 2. Идем дальше.
по 74-му кварталу, хорошо в Мневников. И вот этот дом у нас 14, корпус 3. А вот это 16, корпус 2. Дом. 16, корпус 2. Вот. Туда он ближе. Проспекту маршала Жукова туда подходит. К улице Мневники скорее даже. Ближе туда. А проспект маршала Жукова, он там рядом, но чуть подальше. Итак, 16, корпус 2. А это 14, корпус 3. А вот это 12, корпус 4. Ну и между ними вот как раз этот самый детский сад, который мы с той стороны видели. Вот. Итак. 14, корпус 3. 16, корпус 2. И 12, корпус 4. Какой-то ободранный дом. Эти как-то еще так ничего, а этот 12, корпус 4 какой-то ободранный весь. Вот. Вот, сейчас чуть поближе посмотрим. Ну вот, пожалуйста. Немножко на солнце, да, но ничего. Сейчас еще с другой стороны, со стороны двора еще посмотрим. Вот еще раз, 12, корпус 3, 12, корпус 4. А 12, корпус 5. 12, корпус 5. А это 16, корпус 3. Всего 16, 3 корпуса, вот этот последний корпус. А 12, корпус 5. Получается. 12, корпус 4. Еще раз. Чуть-чуть. Вот здесь, да, выйдем. Вот здесь лучше хорошо видно. 12, корпус 4, 12, корпус 5. Ну и так, это 16, корпус 3. Так. А это у нас 14, корпус 3. А вот это вот 14, корпус 4. Последний дом 14, 16, корпус 3, тоже последний 16 дом. 16, корпус 3 и 14, корпус 4, тоже последний 14 дом. Это 12, корпус 5, это 12, корпус 6, последний 12 дом. Тут они, в принципе, заканчиваются, эти дома. Так. Вот, итак, 12, корпус 6. И 14, корпус 4. 12, корпус 6. 16, корпус 3. И между ними, видите, детская площадка тоже здесь во дворе. Все, а дальше у нас уже будут дома по улице Демьяна Бедного. Вот, причем, вот все дома, которые мы только что видели, вот эти все, когда шли вот сейчас, да, по, ну, и, так сказать, по народному ополчению тоже и по, значит... Карамышевской набережной, кроме шестого дома, это все вторая очередь сноса, то есть 25-28 год. А вот эти дома, 12, корпус 6 и 14, корпус 4, это уже третья очередь пошла сноса, то есть 29 по 32. И дальше вот все дома, которые мы видим уже по улице Демьяна Бедного, это все третья очередь сноса. То есть все дома, вот сейчас первый дом номер 1, 7 корпусов мы видим, да, и дом номер 3 тоже 7 корпусов, вот 14 домов, они все попали под третью очередь сноса, вот они перед нами. Ну и вот уже начались эти дома, вот это 1 корпус 7, а это 3 корпус 7. То есть вот такая вот ситуация, здесь вот так они идут. Сначала как бы с конца, да, то есть первый, 1 корпус 1 и 3 корпус 1 выходит непосредственно проезжую часть, в которую мы сейчас идем, вот Демьяна Бедного. Ну а школа, кстати, видите, между домами по улице Демьяна Бедного и народного ополчения. Еще раз смотрим, вот здесь хорошо видно, да, дом 14, корпус 4 и 12, корпус 6. Ну, а это вот еще раз смотрим, 3, корпус 7, 1, корпус 7. И тоже, видите, в глубине квартала стоят дома. Вот, тоже здесь тихо, спокойно, и, как видите, много деревьев, так что все в зелени утопает в летнее время. Так. И все эти дома, напомню, блочные, все были построены в период с 59 по 60 год. Вот это дом 3, корпус 6. Вот 3, корпус 6. Не 3, это 1, корпус 6. А вот там 3, корпус 6. Это 1, корпус 6. Дом. Сейчас чуть получше здесь посмотрим. Вот это 1, корпус 6. А это вот 3, корпус 6.
А там 3 корпус 5. Вот так. 3 корпус 5. Так. Ну, между ними, как видим, тоже детские площадки. Вот 3 корпус 5. И 3 корпус 6. Ну, это вот 1 корпус 6, 1 корпус 7 со стороны двора. Вид. Хорошо, снег закончился, хоть можно посмотреть спокойно. 1 корпус 7, 1 корпус 6, а это 1 корпус 5. Вот. Ну, так, конечно, дома все похожи. Естественно, если не знать так вот нумерацию, запутаться проще простого здесь. Вот. Ну, жители, наверное, знают, конечно, как-то различают дома, естественно. А так вот незнакомому человеку тяжело будет. 1 корпус 5. Ну, это 3 корпус 5, видите как. Все понятно. 3 корпус 5. Ну, тоже детский сад уже более такой современный получается тоже. Детский сад. Так. А это дом 3 корпус 4. Вот он. Они чередуются, да, то так, то так. Тоже специально делали, чтобы людям было больше жизненного пространства. Не окна в окна смотрели, а чтобы все-таки дома были удалены все-таки друг от друга окнами. То так сделали, то так. И, конечно, это более комфортные условия для жизни создает, естественно. Итак, 3 корпус 4. 3 корпус 4. Вот. Ну и вот это 3 корпус 4, а это 3 корпус 3 дом. 3 корпус 3. Он такой довольно страшноватый у него вид. 3 корпус 3. Да. Ну эти дома все как на подбор строили, конечно, быстро, на скорую руку. 3 корпус 3. Так. И здесь вот посмотрим, что 3 корпус 4. А то немножко детский сад мешал, но здесь вот уже лучше видно. 3 корпус 4, 3 корпус 3. Так, ну а это у нас, соответственно, 1 корпус 3. Вот дом. 1 корпус 3. Так, 1 корпус 3. Такой, желтый с белыми полосками. Вот, 1 корпус 3. Вот 1 корпус 2 дом. Вот, а напротив него находится 3 корпус 2. Вон он. Это 3 корпус 2. Итак, вот это 1 корпус 2. Здесь хорошо видно. А это 3 корпус 2. А он уже проезжая часть Демьяна Бедного показался. Это у нас 3 корпус 2. Сейчас. Итак, 1 корпус 2 и 3 корпус 2. Ну и тоже, вот как видим, в середине детской площадки. И вот 3 корпус 1 и 1 корпус 1. Собственно, на этом и заканчивается этот квартал. Видите, одни пятиэтажки в основном. Ну и по углам кое-где уже понастроили современные дома. Итак, дом 3 корпус 1, который непосредственно выходит вон на проезжую часть, машины едут. А это 1 корпус 1, то же самое. Точно такой же дом. Они вот лицевым фасадом стоят на проезжей части. Ну и можно оглянуться. Вот еще раз. 3 корпус 3, 3 корпус 2. 3 корпус 3. Вот. Ну и обратите внимание, по другую сторону вот этой улицы Демьяна Бедного стоит панельный дом под номером 6. Вот он. По другую сторону. Он тоже попал в реновацию под снос. Но вот когда снесут его... Неизвестно, вот эти все дома с 1 по 7 корпуса и с 3 по 7, это я уже сказал, это третья очередь сноса. А вот этот дом по другую сторону, он один попал в реновацию, одна пятиэтажка, только все дальше там, он 9 этажей и другие, они не попали. Вот этот дом 6, это правда не блочный, а панельный дом, и был он построен попозже, чем эти дома в 1966 году, и вот дата его сноса пока не определена, но сказали, что в этом квартале этого года и определят уже, когда будет известно. Ну а вон два дома за этими вот пятиэтажками, тоже по контрасту, да, по улице Демьяна Бедного.
высятся вон два дома, которые построены для переселенцев по реновации. Вот. Но вообще числятся они не по улице Демьяна Бедного, а по Карамышевской набережной 22. Ну, на Карамышевской улице уже есть дом 22, мы его видели, он как раз попал в реновацию. Блочная, обычная блочная пятиэтажка. Вот. Ну и вот построили тоже новые дома. На самом деле они находятся, ну, как бы не совсем в глубине квартала, как бы в середине квартала построили. Между вот домами вот этими по Демьяна Бедного, там вон дома по народному ополчению. Ну, а там внизу вон дома по как раз Карамышевской набережной. Ну, решили отнести эти дома, собственно, к Карамышевской набережной. Хотя, по сути, они как бы между находятся. Вот. Вот они, два дома, 21-этажных дома. Вот, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну да, 21 этаж. Оба такие красненькие дома, башенного типа. Две башни красные. А по 21 этаж. Вот, начали их строить еще в 2018 году. Вот, и сдавать будут в этом уже году. Как видите, они уже подведены под крышу. Отделка уже фактически проведена внешняя. Ну, сейчас, наверное, там будут какие-то еще внутренние работы, естественно. Вот, чтобы уже все, так сказать, подводка. Я думаю, что уже, наверное, даже в этом квартале уже будут их сдавать. Ну, вот видите. Вот так вот, среди вот таких вот облезлых пятиэтажек, особенно вот этой, конечно, выделяется она как-то, 12 корпус 4. Вот такие вот выросли два дома. Один чуть скрылся, но он точно такой же, как этот. Вот так. А там за ним как раз 22-й дом, пятиэтажка. Ну, видите, работы еще идут, отделка идет, доработка элементов. Ну, вот эти два дома уже построили, влепили между пятиэтажками как раз. Все, и скоро будут уже заселять переселенцами с пятиэтажек в этом районе. Хорошо, умневники. Ну, с пятиэтажки, да, и вот этот дом. Ну, вот они башни, да, уже со стороны улицы Мневники, если он проходит, да. И вот Велтон парк, видите, еще стройка идет, эти башни строятся, там чуть не 50 этажей. Но это вот на улице Народного ополчения. Ну, вот эти пятиэтажки будут сносить все. Да, это вот они числятся по улице Народного ополчения, это вот у нас как раз идут вот эти пятиэтажки, дома по Народного ополчения. Это 16-е дома, 16 корпус 1, корпус 2 и корпус 3. Ну вот это Велтон парк, а вон там за ними как раз вот это вот новые две башни, да, которые построили для переселенцев по реновации по Карамышевской набережной 22. Так, ну а теперь 77-й квартал, хорошо, Мневники, который, собственно, находится между вот этой улицей Мневники, проспектом маршала Жукова там проходит, и там улица Демьяна Бедного. Он имеет такой вид, как бы треугольничка, и он уже не такой большой, как вот этот 74-й квартал, в котором мы только что были. Вот, и домов там попало совсем немного под снос. И один из домов, и единственный дом по улице Мневники, вот поэтому вот это дом 18-й. Дом 18-й, видите, пятиэтажка, 18-я. Вот, это, соответственно, у нас панельный дом, построенный в 61-м году. Вот, и его, по идее, должны снести с 29 по 31 год. Вот, он здесь находится, на оживленной трассе. Ну, и, наверное, жители очень хотят, конечно, снос. Вот здесь, на улице Мневники, она стала, конечно, очень шумной. Ну, когда строили эти дома, естественно, ничего подобного, такого количества машин не было. Да и улица, она была совсем небольшой, не такой широкой, как сейчас. Куда более доброжелательный к человеку, к людям, чем сейчас, конечно. Очень агрессивно здесь движение, очень шумно. Видите, практически невозможно говорить. Настолько шумно. Я думаю, что жители, конечно, очень сильно страдают. Здесь, наверное, никакие окна особо не помогут, ни пластиковые, никакие, ни стекло, ни двойные, ни тройные. Очень шумно. Ну, помогает, конечно, но, знаете, стоит чуть приоткрыть окно и все. Ну, а что же. В общем, все очень сложно, конечно. Понятно, что можно кондиционер купить, там все такое, но это тоже не так уж и безвредно. То есть,
Конечно, все-таки лучше дышать свежим воздухом. А здесь это довольно затруднительно. Так, ну что-то сюда. Вот. Ну, сейчас посмотрим этот дом и пойдем уже на проспект Маршала Жукова. Там посмотрим еще дома. Сначала в этом квартале, ну, а потом и в 73-м. Вот. Здесь два дома в этом квартале попали. Снос. Итак, дом 18 по улице Мневники. Вот, пожалуйста. Надпись. Единственный дом по улице Мневники, который попал в реновацию под снос. Ну, вон там остались в стране 74-й квартал и эти башни его. Ну, а мы идем в 77-й квартал. Вот здесь получше видно этот дом. Пятиэтажный по улице Мневники. Панельная пятиэтажка 61-го года постройки. И точно такая же пятиэтажка стоит практически напротив него. Но они так несколько расходятся, как ножницы. Вот. Но она уже числится по проспекту Маршала Жукова. Тут они расходятся, эти две дороги. И вот это так. Вот один дом относится к Мневникам, а другой к проспекту Маршала Жукова. Вот это дом 29 у нас. Ну, тоже панельный дом 61 года постройки. То есть, по сути, строили в одно время. По сути, они одинаковые. Ну, вот видите, относятся просто к разным адресам. Вот это и этот дом его тоже. Несмотря на то, что он тоже панельный. В таком, на не очень хорошем состоянии. Но сносить тоже хотят в последнюю очередь лет через 10 примерно. Вот. Итак, смотрим здесь. Вот хорошо будет видно. Итак, дом 29 панельный. И этот дом 18 тоже панельный. 61 год постройки. Ну, здесь у нас такая небольшая перемычка в виде нежилого здания двухэтажного. Ну, тоже советских времен стоит здесь. А вон уже кирпичный дом. Здесь уже и на улице Маршала Жукова не только панельный и блочный, а еще кирпичный тоже есть. Вот этот кирпичный дом. Вот. Кирпичный дом. Под номером 25, корпус 1. И построен был пораньше, чем на вот те дома, которые мы только что видели. Вот эти панельные, еще раз смотрим. 29-й панель, 61-й год. А это 59-й год. Постройки тоже. Ну, а так, стандартная пятиэтажка. В принципе, ничего интересного. Хорошо, у Мневников особо домов таких нет. Примечательных, как, допустим, в Лефортове, там, в Центральном округе Москвы, ну, и в других некоторых районах. В том же Преображенском районе мы видели. Поэтому здесь все под снос, стандартные дома. Да, вот эту лужу, конечно, обойти не так-то просто. Ну, ладно. Но здесь метро строится, видите, метро, которое пока будет называться улица Народного ополчения. Так что тут все, конечно, в таком состоянии очень неприятном. Разрытом. Ну, вот все-таки пройти как-то можно. Да, дом 25-й. И вот этот дом, он попал во вторую очередь сноса, то есть 25-й, 28-й год. Что интересно, да? То есть вот те панельные дома... Вот 29 и 18 по Мневникам. Они попали в третью очередь, хотя панельные. А это кирпичный дом такой вроде добротный. Он почему попал в вторую очередь? Не знаю, с чем связано. Вот. Так что жители еще, наверное, на метро покатаются. Это большая кольцевая линия строится у нас. Участок здесь. Ну вот, будут кататься. Еще на метро. Прям выходишь из дома и сразу метро. То надо было ехать на Полежаевскую. Ну а теперь туда вот. Дальше. Через проспект Маршала Жукова. Несколько остановок. Ну, а теперь вот прям рядом метро будет. Ну, недолго. А потом их отсюда отселят. Через несколько лет. Вот так. Ну, знаете, близость метро это как бы двояк. С одной стороны, это и хорошо, конечно. А с другой стороны, сами понимаете, и криминальные элементы, и суета, толчая. То есть вот это все. Ну, почти как на вокзале, конечно. Тоже далеко не всем это нравится. Одно дело, когда молодые, а другое дело, когда уже не очень. Итак, это вот здесь хорошо видно. Дом 25, корпус 1. Построен в 59-м году. Ну, дальше еще одна перемычка. Так, здесь не пройдешь, поэтому придется выходить на проезжую часть. Вот, ну, там тоже вот дома тоже будут сноситься. Чуть попозже посмотрим. По ту сторону, видите, тоже блочные пятиэтажки. Панельные, блочные. Там между вот этим проспектом Маршала Жукова, улица Демьяна Бедного и Народного ополчения. Вот, потом их тоже посмотрим, но будут сносить. Ну и вот еще последний дом. Все, 4 дома в этом квартале будут сносить в 77-м. И последний дом это 21-й дом.
построенный в 60-м году. И он тоже попал во вторую очередь сноса. И дом это тоже кирпичный, так же как и 25 корпус 1. Два кирпичных дома здесь. И оба выходят на проезжую часть лицом. Конечно, сейчас здесь очень шумно. Раньше было намного меньше шума. Так, все-таки отступ зелени было перед домами довольно много. Поэтому шум не так сильно ощущался. Ну, а сейчас, а тем более, еще и метро строят, так что тут все очень сложно. Вот это дом 21. Вот, тоже вот повреноваться. А там вот это вот все, это все метро строится. Там всякие там тоннели разные, технические сооружения и так далее. Так, 21 дом, 60-й год постройки. Ну, а мы вступаем в 73-й квартал, хорошо, Умневники. Вот остался в стороне 77-й квартал, это дом 21-й. Еще раз со стороны двора посмотрим. Вот, будет прямо около метро тоже находиться, вот по проспекту Маршала Жукова. Ну, а теперь в этом квартале 73-м всего три дома попало в реновацию. Вот первый дом, он уже перед нами. Они все числятся, все три дома, по проспекту Маршала Жукова. Вот это дом 17, корпус 3 стоит. Еще и в глубине, за вот этими более высокими домами. Вот, и... В общем, там два дома панельных, ну и один блочный. Вот этот панельный дом построен в 1960 году. 17, корпус 3. Это детский сад здесь. Вот этот квартал, кстати, находится... Тоже между улицей Мневники и проспектом Маршала Жукова. Так же, как и предыдущий 77-й квартал. Также это 73-й. Итак, детский сад. Итак, дом 17, корпус 3 здесь, пятиэтажка. Панельная, 61-го года постройки, типовая. Несколько так вот в глубине стоит этого квартала, торцом к проезжей части. Вот за этими вот домами чуть как бы защищена немножечко в глубине стоит. Так. Ну и это у нас третья очередь сноса, то есть через 10 лет примерно. Ну и вообще тут все дома, вот эти три дома, которые у меня, да все третья очередь. 20-32 год. Итак, 17, корпус 3. Вот. Ну и теперь еще осталось два 15-х дома, вот, которые практически уголок образуют один с другим. Только один панельный, другой блочный. 15 корпус 1 и 15 корпус 2. Такие, нет, это у нас так. 17-й. Вот это, кстати, дом. Вот как раз это только получается. Так, сейчас. Нет, эти дома у нас не попали, сколько я понимаю, да? В реновацию. Кирпичные дома не попали, я так понимаю, в реновацию. Вот эти пятиэтажки. Да, вот это не попало, я так. Это уже 17-й дом. То есть только вот это попал. 17 корпус 3, а вот этот вот, корпус 2, и вот этот 17 корпус 1. Ну, судя по всему, поскольку они кирпичные, на проспекте Маршала Жукова далеко не все пятиэтажки попали в реновацию, но большинство, но не все. И вот эти не попали. То есть получается, что только вот этот вот панельный, 17 корпус 3, он попал. Ну и общий двор вот между ними. А вот этот 17 корпус 2 и корпус 1 не попали. А вон 15 дома. Вот это у нас панельный и 15 корпус 2, и блочный 15 корпус 1, который выходит на проезжую часть. Вот они как раз попали еще в реновацию вот в этом квартале. Так. Вот, итак, это у нас 15 корпус 2. Дом построен в 1966 году, панельный. Вот. Пятипанельная пятиэтажка 66-го года постройки. Ну, тут вот спортивная площадка между 17 и 15 домами. Итак, 15 корпус 2. Так, ну вот здесь хорошо, наверное, будет видно.
точка неплохая. 15 корпус 2. Падаем, ну, все, что будут построить. А вот это 15 корпус 1 блочный дом, который был построен в 1961 году. И он тоже попал в реновацию. 15 корпус 1. Стандартный дом, такой желтоватый домик. 15 корпус 1. А вон там, вон, это дом по реновации, который строится на улице Мневники. Вон он. Вот отсюда неплохо видно. Вот еще один дом по реновации вот в этом квартале. Он прям выходит непосредственно на проезжую часть улицы Мневники. Там она проходит. И он как раз вот на нее выходит. Ну, дом такой не очень большой. Вот он. За вот этим вот стандартным 12-этажным домом. Вот этим еще домами. Да, вот тот вот домик такой желтоватенький, немножко песочного цвета. Вот этот дом построенный по реновации. Вот на улице Мневники. Вот, дом 10. Вот, 17-этажный дом. Вот, начали строить его в 2018 году. Ну и, в общем, насколько я понимаю, хотели построить, сдать уже в прошлом году, в 2020. Но я не знаю, еще сдан он или нет. Но если даже не сдан, то уже буквально на мази. То есть явно, что уже совсем в ближайшее время его сдадут. Если еще не сдали. То есть, по сути, он уже построен. Ну, может, еще какая-то небольшая отделка идет. Вот этот вот дом. Вот так он фактически уже есть. Ну вот, так что вот так вот, такая ситуация. А теперь посмотрим, какие жилые дома попали в реновацию. Под снос, конечно же, как и все дома в хорошо Мневниках. На бульваре генерала Карбышева, который как раз отходит отсюда, от проспекта маршала Жукова. И в реновации на сегодняшний день под снос попал 21 жилой дом на генерала Карбышева. Вот, далеко не все дома, не все, но большинство попало. Хотя, конечно, еще и значительная часть не попала. В основном эти дома блочные и панельные, но и попадаются и кирпичные. Ну, в частности, вот этот дом 2, который как раз начинает, лицом выходит на проезжую часть генерала Карбышева, вот он попал тоже в реновацию. Вот смотрим со стороны двора, да, пятиэтажка обычная, песочного цвета, такого теплого. И вот этот дом, он попал под снос по реновации. Построен был в 1958 году. А вот этот шестиэтажный дом, допустим, номер 4, он в реновацию не попал. Ну, потому что он шестиэтажный. Вот, собственно, именно поэтому. Вот, надо сказать, что вообще все дома, все пятиэтажки, скажем так, да, по четной стороне. По четной стороне бульвара генерала Карбышева они попали в реновацию. Ну, а, соответственно, по нечетной стороне там как раз очень немного домов, всего 5 попало в реновацию. Итак, вот этот дом второй не попал, потому что он шестиэтажный, да? Ну, а следующие дома, уже вот шестые дома, они попали в реновацию. Причем здесь на генерала Карбышева все дома попали под снос во вторую очередь, то есть 25 по 28 год, кроме нескольких домов, которые попали в третью очередь, то есть 29-32 год. Ну, их совсем немного, там 14 домов, 1-16 и 18. Вот, остальные это вторая очередь, то есть 25-28 год. Итак, смотрим, а дальше у нас идут уже два кирпичных дома. Мы идем к шестым домам, 6 корпуса, их 4 корпуса, 6 корпуса, 1, 2, 3, 4. И вот у нас два кирпичных дома, 6 корпус 1 и корпус 2. Вот корпус 1, а вон корпус 2. И эти дома были построены вот это в 58 году, так же, как и второй дом. Да, вот этот дом номер 6, корпус 1. Так, вот, а это 6, корпус 2, чуть попозже. Был построен в 1960 году. Ну, вот с этого началось, да, сначала ближе туда к проезжей части, а немножко, видите, в глубине. Это, кстати, я забыл сказать, это у нас 81 квартал хорошо Мневников. Мы сейчас идем. Ну, а по другую сторону 82 квартал хорошо Мневников. По другую сторону этого бульвара. Итак, 6 корпус 2. Дом построен в 1960 году. Так, ну, тут машин, видите, очень много. Конечно, пространство не очень такое благоприятное для жизни сейчас. Ну, раньше, конечно, ничего этого не было. Машин почти ни у кого не было. Здесь было, конечно, куда более благоприятно. Итак, 6 корпус 1, 6 корпус 2. Это кирпичные дома, как видим. Один 58-й год, другой 60-й. А вот дальше у нас уже пойдут
дома блочные, два блочных дома, 6 корпус 3 и корпус 4 одинаковых. И были они построены в 1962 году. То есть попозже так построили. Сначала корпус 1 в 58-м, этот добавили в 60-м корпус 2, ну а 3-й, 4-й уже в 62-м и уже, так говорится, стали экономить. И вместо кирпичного сделали блочные дома. И так это 6 корпус 3 дома. 6 корпус 3. Ну и здесь уже такая более благоприятная среда для жизни. Вот. Уже машин не так много, и такой двор, он кажется более такой приятный. Хотя, конечно, тоже, ну, может быть, и не очень хорошо благоустроенный. Итак, дом 6, корпус 3. Ну, вот видите, балконы. Ну, тут еще, конечно, во многом зависит от жителей, в каком они состоянии находятся. Ну, так вот пока такая ситуация. Итак, 6, корпус 3. И, соответственно, за ним еще 6, корпус 4. А это у нас уже появились 10-е дома. Вот, 10 корпус 3, а там 10 корпус 2. Сейчас мы еще посмотрим, но все-таки давайте посмотрим сначала 6 корпус 4 дом. Чтобы уже как-то более было понятно. Итак, чуть он, видите, в долине стоит. Так, это у нас дом. Да, это у нас 6 корпус 3, это 6 корпус 4. Ну да, эти два дома. Получается. Итак, 2 кирпичных, да, 6 корпус 3 и 6 корпус 4. Это блочные дома. Ну, а это тоже у нас, соответственно, блочные дома. И дома 10 корпус 3 и за ним 10 корпус 2. Это блочные дома были построены 62 по 64 год. Ну, тоже немножечко вместе фактически с этими домами, шестыми, корпус 3 и 4. И немножко попозже, чем вот кирпичные дома. 6 корпус 1 и корпус 2. Итак, это 10 корпус 3, это 10 корпус 2 у нас дом. 10 корпус 2. Вот, пожалуйста. 10 корпус 2. И 10 корпус 3. 10 корпус 3. 10 корпус 2, 10 корпус 3. 62-й, 64-й будут построить. Ну и еще раз можно с другой стороны посмотреть уже на шестые дома, да, 6. Еще раз 6 корпус 3. Это кирпичный, 6 корпус 2. И там, собственно, 6 корпус 1 находится. Вот, который непосредственно выходит на проезжую часть. Давайте тоже его посмотрим. Вот там за ним как раз проходит проезжая часть. Итак, дом. Шесть корпус один кирпичный. Ну, идем дальше. Посмотрели шестые, десятые дома. И следующий у нас будет дом. Это 12-й дом. И он тоже у нас будет блочный. Это все вот и восьмые, и вот это вот, вернее, десятые, и 12-й дом вот тот, который поперек стоит этих домов. Эти все дома были построены 62 по 64 год. Вот, 62 по 64 год. Вот, пожалуйста. Дом 12. Сейчас еще получше посмотрим здесь. Видите, он такой розоватый несколько. В отличие эти такие, ну, можно сказать, почти белые, бело-желтые такие дома, бледные. А это вот такой розоватый дом, 12. Ну и дальше мы идем к 14 домам. Вот. Их 3, 14 корпус 2, 3, 4. Вот, причем два блочных, один панельный. Вот это вот 2 и 3, это блочные дома. И все эти дома были построены в 62-м году. И вот эти дома, они попали в третью очередь сноса, в отличие от тех, что мы только что видели. Вот, и
Вот это вот 16 корпус 1, тоже новые дома. Это Серебряный бульвар, жилой комплекс, который был построен в 2000-е годы. Ну, это, естественно, коммерческая застройка, не под переселение по реновации. Вот, а в основном коммерческая застройка. Да, и вот, опять же, смотрим дома 14 корпуса 2 и 3. Сейчас выберем такую точку получше и посмотрим. Вот, пожалуйста, 14 корпус 3 и 14 корпус 2. Здесь хорошо их видно. Ну, это такой желтоватый, а это, опять же, немножко розоватый домик. Вот их снесут уже в третью очередь. Ну, а следующий дом, он панельный. То есть вот эти дома блочные, 14 корпус 2 и корпус 3, а 14 корпус 4, он панельный. Но построен был тоже в 62-м году. И тоже попал в третью очередь сноса. Вот. Вот он тоже. Они друг за другом идут, и потом как бы один дом как бы закрывающий такой, да, поперек стоящий. Такая вот схема здесь практикуется. Ну, не везде, но повторяется. Может, раза три где-то так, да? Итак, он немножко, видите, во-первых, побольше, во-вторых, он панельный. Это 14 корпус 3. Ну, вот. Вот здесь, наверное, получше будет видно. 14 корпус 3, 62 года постройки. Так, ну что ж, ждем дальше. Уже 16-му дому, 16 корпус 2, точнее, если быть более точным, тоже панельному, тоже 62 года постройки. Вон он там стоит, чуть ближе к проезжей части, а эти прям в глубине вот находятся. Ну, давайте сначала, может быть, посмотрим 18-е дома, а потом уже туда, ну, я сейчас отсюда покажу, а потом... Так, ну вот, вот он дом, вот это за детским садом, и вот как раз там дом вот стоит, это вот как раз дом 16 корпус 2, который тоже в третью очередь сноса попал. Теперь пойдем к 18 домам, там тоже такая структура, что там два блочных и один панельный дом, то есть такая вот система. Вот этот дом у нас панельный, и построен был он попозже, в 1968 году. Вот, тоже такой довольно длинный дом. Вот. 18 корпус 4 панельный, 68 года постройки. Так. Вот, 18 корпус 4. Так. Вот этот... Пожалуйста, 17 корпус 4. И тоже вот он попал тоже в третью очередь сноса вместе с домами 16 корпус 2 и 14 домами. То есть 14 корпус 1, корпус 2 и корпус 3. Вот 5 домов, которые попали в третью очередь сноса здесь вот на бульваре Карбышева. Все остальные это вторая очередь сноса. Вот у нас 18 корпус 3. Ну, а это уже блочный. То есть это панельный, да, 68 года постройки. А это блочный. 18 корпус 3 и корпус 2 он. Дом следующий за ним. И они были построены в 62-м году. То есть вот это вот 18 корпус 3. А вон дом, это желтоватый такой, да? А вон беленький, это 18 корпус 2. Это 62-й год постройки. А потом уже добавили вот этот дом 18 корпус 4 в 68-м году. И он панельный. То есть конструктивно он несколько отличается. Так, ну вот 18 корпус 2. Пожалуйста. 18 корпус 2. Так, 18 корпус 2. Так, ну и еще раз вот я обещал показать 16 корпус 2, да, здесь вот посмотрим получше, чтобы просто петлями не ходить, да, среди этих домов. Ну, кстати, двор, посмотрите, между 18 корпус 3 и корпус 2. Да, вот такой вот дом, дом 16 корпус 2. Так, ну что ж, наверное, надо обойти, потому что там территория, я смотрю, огороженная, Серебряный бульвар, жилой комплекс, он из трех башен состоит, ну, домов таких вот как связанных. Фактически на огороженной территории находится. Это 2000-е годы, но это чисто коммерческая застройка. Ну и осталось нам по этой стороне посмотреть всего два жилых дома, 20 и 24 корпус 1, два блочных дома. Сейчас мы это сделаем. Там уже более современная застройка, ближе к улице маршала Тухачевского. Уже такие тоже современные достаточно дома.
не так давно построены. Вот. Ну, а нас интересует все-таки вот там уже вот, на улице Марша Тухачевского, здесь фактически бульвар генерала Карбышева заканчивается, по сути дела. Ну, вот еще два дома. Вот это 20-й дом, видите, желтенький 20-й дом. Он блочный, 61-го года постройки. Так, блочный 61-го года постройки. Желтенький. Еще смотрим вот эти 18, корпус 1 и корпус 2. И вот 20-й дом. Просто 20-й. Он торцом стоит в проезжей части. Дом 20. 61-го года постройки, блочный. Ну и остался 24, корпус 1. Там чуть подальше. И перейдем на другую сторону тогда. Вон он. 24, корпус 1. Он тоже блочный и тоже построен в 61-м году. В одно время с 20-м домом. Весь их построили, только он белый, 24, вот корпус 1, вот он. А этот желтый, вот и все. Только по цвету отличается, а так, я думаю, они уже больше ничем не отличаются. Ну вот, пожалуйста, здесь хорошо будет его видно. Тоже он торцом стоит в проезжей части, как и дом 20. Вот 20 дом со стороны двора, вот общий двор между ними. Ну, 22 дом, вот это не будут сносить, да? Девятиэтажку такую, башенного типа немножко. Вот, ну и вот снесут вот этот 24 корпус 1 и вот этот вот дом 20. Два блочных дома, построенных в 61 году, и между ними вот такая детская площадка. Ну и детский сад, соответственно, да, тоже. Все, теперь переходим на другую сторону этого бульвара и посмотрим, там еще всего 5 домов осталось нам посмотреть, которые тоже попали под снос по реновации. Но, как я уже сказал, по той стороне, там у нас 82-й квартал хорошо умневников, и там далеко не все дома попали в реновацию. В отличие от этой стороны, где все дома попали. Ну, я имею в виду до 5-этажки, до 5-этажки, да, вот так вот скажем. Потому что других тут просто нет. Тут все 5-этажки. Ну, а вот эти, которые по 6-этажей, да, ну, не говоря уж о тех, которые выше, допустим, это 9-этажка, они не попали в реновацию. И по 6 тоже видели, да, дома. Тоже не попали. 4-й дом и рядом, по-моему, 10-й, что ли. 8-й. Ну, в общем, там тоже рядом стоит. Кстати, по-моему, стройбатовские дома раньше были, типа общежития для стройбата. Ну, тут войсковых частей очень много было, хорошо в Умневниках. Особенно на Хорошовском шоссе, тут недалеко проходит. Ну, и для них строили вот такие, как его, общежития небольшие. Ну, сейчас уже потом, я так понимаю, переделали в жилые дома. Стройбата уже давно нету, как такового, да? А это вот Union Park, видите, такой жилой комплекс. Но это чисто коммерческий. Здесь никакого отношения он, конечно, к переселенцам с 5-этажек не имеет. Это не для них. Это чисто коммерческое жилье. Там 7-й, 8-й, 9-й корпуса. И он такой большой очень. Немножко разбросан по местности тут. Хорошо в Умневниках. Ну вот, три корпуса, они выходят на эту улицу. Тут как раз проезжая часть улицы бульвара генерала Карбышева. Вот. Ну и смотрим, да, и вот перед нами находится, опять же, блочные панельные дома. И в частности, вот эти у нас 19-е дома. Ну вот это дом, допустим, и вот видите как, вот эти дома, они 19-е, не 17-е, вот корпус 1, да, вот эти вроде бы, казалось бы, да, блочные дома, но они в реновацию не попали. То есть они такие же, как там, на той стороне, за этими вот высотными домами, которые идут на первой линии этого бульвара. Ну, собственно, сам бульвар, может быть, погулять по нему. Даже в этом году, ну, когда уже будет хорошая погода, летом, наверное, там, или, может, весной. Ну, короче, когда уже все зазеленеет, может, в мае. Вот, и посмотрим еще. Но тут уже все будет зелень утопать. Мы эти дома практически увидим с трудом, потому что они будут скрываться за зеленью. А сейчас вот как раз хорошо видно. И вот смотрим, вот этот дом, 19, корпус 1. Вот он, допустим, в реновацию не попал. Так же, как не попал следующий дом, 19, корпус 2, который за ним идет, за этим домом. И вот этот 17 дом, который поперек стоит, он тоже не попал. А зато попал дом 19, корпус 3. Вот какая-то такая система. Почему так вышло, что там все попало, а здесь по этой стороне нечетный
в 82-м квартале как-то не все попало, а только наоборот, лишь часть небольшая домов пятиэтажных. Я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, самый такой простой ответ — это то, что просто собственники не захотели вот этих домов. Ну, не знаю. Не знаю. Может быть, просто пока подумали, что слишком много будет как бы за один раз сносить. И так как тут полно, 21 дом, ну и решили как-то пока остановиться на этом. Такой вариант тоже, в принципе, может иметь право на жизнь. Ну, вот этот дом, 19 корпус 2, 19 корпус 1, и дома не попали. Вот тот попал, дом 19 корпус 3. А за ними там еще есть дома, тоже вот, в принципе, которые не попали. 19-й, насколько я понимаю. Ну вот, вот он дом, 19 корпус 3. Пожалуйста. 19 корпус 3. Вот 19 корпус 3. Вот это вот так, собственно, совершенно такой же дом, да, тоже блочный, построенный в сущности в одно время с этим. Вот это дом 60-го года постройки, блочный, я не сказал, да, вот рядом с детским садом. Ну, вот. Вот видите, они, получается, одинаковые, фактически три дома, да, но вот один попал, другие нет. Ну и туда дальше, там вроде уже кирпичные, там более-менее еще можно понять, почему они не попали. Так, ну и, собственно, сейчас еще посмотрим. Еще четыре дома на этом бульваре. Заодно и немножко посмотрим сам бульвар, да, кто если не знает, не был здесь никогда, то вот, собственно... Будет, наверное, тоже не безинтересно посмотреть, как он застроен, что он у себя представляет. Ну, в общем, это. Смотрим, да, 19 корпус 1, корпус 2, и попал только 19 корпус 3. Еще 3 дома нам осталось. Не 4, а 3 дома всего. Всего 4 дома здесь попали по этой стороне. Ну, и осталось 3. Ну, и заодно, смотрите, вот видите, это жилой комплекс. Это Серебряный бульвар называется. Ну, бульвар понятно, потому что бульвар, собственно говоря, сам по себе. Он и есть бульвар. Ну, Серебряный. Наверное, очень красивый, имеется в виду, на самом деле. Видно, так трактуется. Ну, по-другому как-то сложно трактовать что-то такое красивое. Ну, естественно, для завлечения покупателей. Где живешь, я в Серебряном бульваре. О, это круто. Ну вот. Так что вот так вот. Наверное, так можно это все объяснить. Видите, а напротив него тоже элитный комплекс. Но вот этот вот Union Park, это, соответственно, уже не 2000-е годы, а 2010-е. Ну, 17-е, 15-е, 17-е, вот такие годы. То есть его построили примерно на 10 лет позже, чем Серебряный бульвар. Даже, может быть, немножко больше. Вот, как-то так. Ну, тоже постепенно вводили корпуса, и вот этот корпус еще, это корпус номер 7 этого Union Park, он еще строится, видите, он еще, насколько я понимаю, до конца он еще не построен, не введен в эксплуатацию, но уже заканчивается, так что в этом году явно введут, вот и все. Наверное, на этом пока стройка здесь закончится, на этом бульваре, но я думаю, ненадолго, потому что все равно пятиэтажки будут сносить, вот. И на той, и на этой стороне. Так что, естественно, что пустовать места не будут. И тоже потихонечку все будет застраиваться вот подобными домами. Так что вот жители при инновации могут видеть примерно, какие дома их будут переселять. Ну, может, не такие шикарные. Все-таки это коммерческая застройка. Но по высоте примерно такие, да. Ну и так. В целом, просто так, само по себе... Условия, конечно, похуже, комфортнее то, что в этих домах. Это да. Так, ну и вот у нас уже, собственно говоря, подходим мы еще к трем домам, которые попали в реновацию. Это блочные дома, они были построены несколько раньше, чем те, что мы видели в 58-59 годах. Вот, это дом... 7 корпус 1, выходящий непосредственно на проезжую часть. А за ним 7 корпус 2. Вот эти два дома, они попали в реновацию. Ну, под снос, конечно же.
Солнце мешает немножко, ну что поделать. Сейчас зайдем за дома, там в тенечке будет получше видно. Итак, смотрим. Вот я сейчас все немножко отойду, чтобы солнце не мешало не так сильно. Вот это 7, корпус 1. Ну, насколько видно вообще, да? И сразу же за ним тоже такая структура, то есть несколько домов идет друг за другом. Ну, вот это сразу такой же дом 7, корпус 2. Они даже по цвету одинаковые, желтого цвета. Еще раз напомню, это блочные дома 58-59 годов постройки, конца 50-х годов. Мне тоже вторая очередь сноса. Итак, смотрим. Вот здесь хорошо видно. 7 корпус 2, а это 7 корпус 1. Здесь он, кстати, такой довольно белый. А там дальше идет еще несколько корпусов. Вот 7 их 3, там 4. По-моему, даже 5 есть. Дальше там, по-моему, чуть не 7 корпусов. И вот они в реновацию не попали. Хотя они такие же блочные. В одно время, в принципе, построены. Плюс-минус там 1-2 года. Ну вот, выбрали только эти два дома. Ну и последний дом, собственно, который мы сейчас увидим, это вот этот, перед нами дом 5, корпус 2. Именно 5, корпус 2, тоже блочный дом, тоже те же годы. 58-59 год постройки. Ну, видите, еще идут отделка вот этого юнион-парка, но это так. Все-таки у нас передача реновации новостройки, поэтому смотрим не только на то, что будет сноситься, но и то, что строится. Ну и в том числе и коммерческое жилье, не только по реновации. Вот он, 5 корпус 2. Так, дом. А вот 5 корпус 1 такой же, да, абсолютно блочный тоже. Он не попал в реновацию. И дальше, он, видите, один еще. Там тоже чуть не несколько корпусов, там 5 что ли. Вот, или 7. В общем, много корпусов, и они, ни один из них, кроме вот этого 5 корпус 2, в реновацию не попал. И даже этот 5 корпус, здесь хоть 7 корпус 1 попал, а здесь даже 5 корпус 1 не попал. То есть только вот этот вот дом. Вот, а этот вот не попал. Ну. То есть только вот 5 корпус 2 попал, и все. И дальше те дома, хотя не абсолютно, а абсолютно аналогичные. Вот этому 5 корпус 2, ну, как бы не попали. Ну вот, такая вот ситуация. Здесь вот пока, на сегодняшний опять же день, да, на бульваре генерала Карбышева. Вот. Ну, все дома мы уже видели. По той стороне, в 81-м квартале. Вот и сейчас смотрим. Этот дом не попал. 5 корпус 1, но только тут 7 корпус 1. И за ним 5 корпус 2 уже мы видели. Вот. А теперь заглянем вот в этот вот 80-й квартал Хорошо Умневников. Мы на проспекте Маршала Жукова. И здесь, увидите, строится метро. Мы уже видели, как оно строится. На пересечении улицы Демьяна Бедного, вот этой перпендикулярной, и вот проспект Маршала Жукова. И здесь уже снесли 4 жилых дома, причем 2 были 9-этажных, прямо здесь стояли, это 18-й дом и 20 корпус 1, там они друг за дружкой. И между ними еще были 5-этажки, 2 5-этажки. Эти были блочные дома 9-этажные, ну такие вот, немножко башенного типа. Вот, таких довольно много, стандартные 9-этажки. Вот, их уже снесли. Эти дома около полутора лет назад, в 2019 году. Ну, это именно они попали в зону строительства метро. И, собственно, именно поэтому их и снесли. Вот это тоже дома будут сносить по Демьяна Бедного. Ну, а мы сейчас идем в 80-й квартал, так, где уже стало снесли 4 дома. Но это как бы уже такая реновация прошла еще, скажем так, вне плана. Да, именно потому, что здесь вот эти дома попали в зону строительства метро. Они прямо как раз здесь стояли. Видите, большая зона строительства и... Здесь вот было 4 жилых дома 60-х годов постройки. Эти 9-этажки были блочные, а 5-этажки панельные. Вот их снесли. Ну и осталось еще снести еще 6 панельных 5-этажек. И вот сейчас мы как раз на них и посмотрим. Вот здесь вот этот квартал, 80-й, он между улицей Демьяна Бедного, вот и проспектом Маршала Жукова, и улицей Народного ополчения. Находится. Вот, но надо сказать, что несмотря вот здесь метро, да, несмотря на то, что дома эти, сейчас мы видим панельные все, построены в 60-е годы, они попали во вторую очередь, все попали, вот, во вторую очередь сноса, то есть с 25 по 28 годы. То есть не первую очередь, по идее, их в ближайшее время сносить не должны.
Ну, это так, опять же, все бывает иногда и вне плана, как мы видим. Ну, тут, видите, как взяли и метро стали строить. Как бы, кто бы мог подумать. Ну, и все дома, они числятся здесь по проспекту маршала Жукова, который будут сносить в этом вот 80-м квартале. И вот первый дом, он уже перед нами. Вот это у нас улица Демьяна Бедного, где мы еще посмотрим. Жилые дома там довольно тоже много попало под снос жилых домов. Ну, а сейчас мы посмотрим на проспект маршала Жукова. И вот смотрим дома здесь. Вот это у нас 20, корпус 2 дом. Сейчас все дома будут панельные. Построены в 65-м году. Вот это 2, корпус 2 дом. Панельные, 65-й год постройки. Вот они так вот один за другим будут стоять, эти дома. Итак, 22, корпус 2. А 22, корпус 1 уже снесли. Вот, так что это вот еще одна пятиэтажка тоже была, ее уже снесли. Все, осталось только 22, корпус 2, и корпус 3 за ней стоит. Вот такая ситуация. Так, ну, естественно, ничего примечательного в этом доме нет. Обычный дом. Немножко солнце будет нам мешать сегодня. В Москве установилась морозная погода. Пока мороз небольшой, но, говорят, будет крепчать. А вот теперь обратите внимание вот на это сооружение. Это бывший детский сад, стандартный. Тоже построенный в 65-м году. Тогда же, когда эти дома, естественно, для жителей этих домов, это все понятно. Но дело в том, что он уже примерно около 20 лет заброшен. Кстати, этот детский сад был детский сад ведомственный в советское время. Ну и потом еще какое-то время это был детский сад связистов. Дело в том, что там вот на улице Демьяна Бедного, вот мы там гуляли, там находится Октябрьский радиоцентр, уже бывший. Он уже не работает больше 10 лет примерно. Вот, и там сейчас компания «Октот», но она тоже, ее уже все купили. Скоро там будет такая большая застройка. Жилой комплекс будут строить на месте вот этого бывшего Октябрьского радиоцентра. Так вот, и там, собственно, были связисты, им давали здесь вот дома, ну и, соответственно, детский сад тоже, в общем-то, был, ну, для них, да, для детей-связистов. Вот. Ну, и вот около 20 лет он уже заброшен, в таком вот примерно виде находится. И здесь вот это у нас, он числится по улице Демьяна Бедного, вот это 17, корпус 2. И здесь вот его хотят снести, всю эту территорию, да, и, соответственно, вот на этом месте, соответственно, хотят строить дом по реновации. И, очевидно, застройка начнется в ближайшие годы, потому что хотят его достроить к 2022 году. Ну, чтобы это сделать, я думаю, что уже скоро будет происходить снос. Так, ну, вот такая вот ситуация заодно, да, вот, обрати внимание, пока тут еще ничего нет, никакой стройки, все тут по-прежнему, как и 20 лет назад примерно, ну, вот. Скоро начнется стройка. Так, а это у нас дом, соответственно, 20, корпус 3. Итак, 20, корпус 2. Со стороны двора, вот мы уже видели его с той стороны. И вот 20, корпус 3. Это два дома панельных, напоминаю. 1665 года постройки. Видите, быстро строили. Фактически целый квартал. В общем-то, еще девятиэтажный, пятиэтажный. Ну, вот так. Ну, вот, собственно, детский сад в таком состоянии находится, но скоро все тут будут сносить. Еще раз смотрим, здесь вот с подсолнечной стороны немножко лучше видно. Вот дом 20, корпус 2, такой немножко зеленоватый. И вот 20, корпус 3. 20, корпус 3. И территорию детского сада заодно, да, смотрим. Ну, вот скоро все это будет тут сноситься. Видите, строится метро. В этом году должны открыть уже здесь метро на проспекте маршала Жукова. Ну и потом к нему подтянутся еще и жилые дома, уже новые, очевидно, которые эти снесут и построят другие. Вот это 20, корпус 3 дом. Вот, ну, в принципе, стандартная панельная пятиэтажка. Напомню, это вторая очередь сноса. Ну, а теперь идем к 24-м домам. Ну, сначала 22-й посмотрим, один оставшийся. 22, корпус 1 и корпус 2 уже снесли. Остался 22, корпус 3. Вот его и под... Вот он, собственно, 22, корпус 3. Далеко. Итак, еще раз, это 20, корпус 3, да? Вот этот дом отсюда еще посмотрим, тоже получше будет видно. Вот это 20, корпус 3. Так. Ну и видите, какие тоже пространства, но тут еще метро. А это 22, корпус 3, тоже панельный, тоже 65-й год постройки. Все одинаково. Так.
Вот так их строили. Можно сказать, так вот по три, да? Неподалеку. Он, правда, мне кажется, немножко покороче этот дом. 22, корпус 3. Так, тут за ЦТП не очень хорошо видно, но мы сейчас с другой стороны посмотрим. Ну, здесь, кстати, тоже будет неплохо видно, только солнце помешает, наверное, да? Так, ну вот здесь, 22, корпус 3. Вот дом панельный 65-го года постройки. 22, корпус 3. И идем туда. Уже осталось нам еще 3 24-х дома посмотреть. Вот. И вот у нас дом 24, корпус 2. Вот он перед нами. 24, корпус 2. Так. Ну вот. Насколько это возможно, да? А там действующий детский сад, он работает. Ну, вот так, кстати, такой же, который там, 17, корпус 3, но рядышком. Ну, еще один, потому что детей много было. Вот, и чтобы всем хватило, вот еще один построили. Но он работает. И, кстати, тоже был связистов. Сейчас не знаю, по-моему, он уже не связистов, к связистам уже отношения не имеет. Они от него отказались. Ну, это и понятно. Потому что Октябрьского радиоцентра-то нет фактически, поэтому... Какие связисты. Ну, конечно, здесь связистов много живет. В этих домах, это понятно. Ну, и в детский сад, наверное, тоже ходит. Может, еще дети связистов все равно. Если ты связист, так это, в общем, на всю жизнь все равно. Если работал связистом, значит, все равно может называться связистом. Так, а вот это, да, 4 корпуса, один дом. Ну, он был построен, в общем, тоже... Вот, 65-й год у нас. А, кстати, 22 корпус 3, вот это он чуть пораньше был построен, в 61-м году. Не в 65-м, а в 61-м. А вот эти 24-е дома, они тоже в 65-м были построены. Они все панельные, и 20-й, и 22-й, и 24-й дома. Ну, просто вот немножко разные годы постройки. 22-й чуть пораньше был построен. Так, смотрим еще раз, 22 корпус 3. Ну, и вот, вот это еще раз напомню, 24 корпус 2, и вот это 24 корпус 3, а это 24 корпус 1. Вот такие вот три дома. Так, сейчас давайте выйдем в солнце, потому что, конечно, ничего не видно будет. И сразу все будет понятно. Сразу три дома посмотрим. Вот. Да, так, сейчас. Вот, вышел солнце. Вот этот дом, он, ну, практически на проезжую часть выходит. Чуть-чуть он в отдалении стоит, но близко к проезжей части. Это 24 корпус 3. Это... 24 корпус 1. Это 24 корпус 1. Вот это 24 корпус 2. А вот этот вот 24 корпус 3. Вот три дома. Один так вот стоит наискосок, да, как бы их замыкает. А это вот два так вот стоит. Ну, опять же, специально все это делалось, чтобы как-то сократить воздействие, нагрузку на жителей шумовую и, так сказать, такую личностную, что ли, да, чтобы как-то было более комфортно жить. 24 корпус 3. 24 корпус 2. И вот такой двор между ними, видите, довольно большой. При том, что дома пятиэтажные. Ну, а там у нас уже проходит, там за девятиэтажкой, уже улица Народного ополчения. Итак, здесь вот посмотрим, хорошо тоже видно. 24 корпус 2. Это панельные дома, и один, и другой. Третий. Ну, построен в 65-м году. Так, ну а теперь мы переместились вот из того 80-го квартала, вот, вот сюда, 81-й квартал, хорошо, умневники, вот, по другую сторону улицы Народного ополчения он находится, вот он как раз, ну, между улицей Народного ополчения, тоже проспектом маршала Жукова и бульваром генерала Карпышева. Ну, здесь мы уже смотрели, около 15 домов, которые попали в реновацию под снос, собственно, бульваре генерала Карпышева. Ну и осталось нам посмотреть еще тут несколько пятиэтажек, вот, около десятка. В основном блочные они, вот, одна по улице Народного ополчения непосредственно, ну а остальные, опять же, по проспекту маршала Жукова. Вот. Которые, конечно, тоже попали под снос. Естественно, реконструкция здесь никакая не предусмотрена. И тоже они попали во вторую волну сноса, то есть с 25 по 28 год. Вот.
Так, ну и вот смотрим, да, вот за этой вот девятиэтажкой, которая непосредственно выходит на проезжую часть, вот эта длинная такая, да, фактически она находится на углу проспекта маршала Жукова и вот эта улица Народного ополчения. Вот находится вот эта вот панельная пятиэтажка, 21 корпус 2. Да. Это не попала девятиэтажка, а вон там дома не попали. Вот. Панельная пятиэтажка. Вот она. 21 корпус А. Это 21 корпус 1, а за ним вот за такой громадой притаился вот этот вот дом. 21 корпус 2. Панельная пятиэтажка 1167 года постройки. И, кстати, обратите внимание, вот по ту сторону проспекта маршала Жукова, да, между, в начале улицы Народного ополчения, вот видите, какие башни возвышаются, вы их уже видели, как раз жилого комплекса Велтон Парк, но это комплекс коммерческий по преимуществу. Ну, может, там что-то выделить по реновации, ну так, а в основном вот эти башни, это все коммерческое жилье. Итак, смотрим на эту желтенькую пятиэтажку. Вот она. Это 21 корпус 2 по улице Народного ополчения. И построен в 67 году. Ну, а дальше у нас будут по преимуществу блочные дома, которые будут уже числиться по проспекту маршала Жукова. Ну, здесь вот тоже, в принципе, видно. Да. Это маршала Жукова. Вот это дом 30 корпус 2. За ним 30 корпус 3. Это блочные дома 1162 года постройки. Вот. А потом уже добавили вот эту панельку в 67 году уже по улице Народного ополчения. Вот здесь можно посмотреть с другой стороны. Итак, 30. Пожалуй, такой розовенький дом. Это вот у нас 30 корпус 2. И здесь вот еще можно посмотреть. Вот это 21 корпус 2. Вот. Ну, а дальше там уже солнце, его плохо видно. Итак, вот это 21 корпус 2 по Народному ополчению. Это 30 корпус 2 по проспекту маршала Жукова. И далее 30 корпус 3 за ним идет. Хотя немножко в глубине находятся эти дома этого 81-го квартала, хорошо умневники. И вот 30 корпус 3. Вот такой желтоватенький домик. И оба эти блочных дома построены в 1162 году. Помню. Так, ну вот. Пожалуйста. Итак. 30 корпус 3. И здесь 30 корпус 2. Вот от солнца не видно. Ну, это такой двор между ними. Так, ну а дальше там у нас уже бульвар генерала Карбышева. Там шестые дома вот уже. Ну, мы их уже видели, поэтому сейчас возвратимся вот обратно. Ну, вернее, пойдем дальше туда. Посмотрим еще дом 30 корпус 1. Тоже блочный. Вот. Ну и другие дома оставшиеся тоже. Итак, 30 корпус 2, корпус 3, а вот это вот 30 корпус 1. Как бы тоже их закрывает. Та же вот примерно структура повторяется. Вот, и которая была и в 80-м квартале хорошо умневники. Вот, а 30 корпус 1, это в 61-м году. Он тоже блочный, но 61-го года постройки. На год пораньше его построили, вот он. А потом уже вот эти добавили дома. Так, ну вот солнце немножко мешает, да, но сейчас мы выйдем в тенечек и там посмотрим, получше будет видно вот сюда. Так, ну вот, здесь хорошо видно, дом 30, корпус 1, пожалуйста. А за ним еще вот два дома, которые тоже, два блочных дома, тоже 61 года постройки, вот они туда идут, уже непосредственно они выходят на проезжую часть своими торцами, это дома 28 и 32. Вот это дом 32, а там 28. А это 30 корпус 1. И, кстати, смотрите, 30 корпус 2 и 30 корпус 3. 30 корпус 1. А вот это 32. Вот. 30 корпус 2. 32. 32.
Это все блочные дома начала 60-х годов. Вот. Ну вот здесь хорошо видно. Дом 32. И точно такой же абсолютно. Вот, и тут не пройдешь. Все, ограда, чтобы не ходили, там новый дом построили и оградили, чтобы тут это. Поэтому точно такой же дом. 28-й. Ну потом тогда еще посмотрим. Вон он, туда прям идет. И между ними влепили вот этот дом еще. Уже новый дом. А вот теперь обратите внимание, вот это уже кирпичные дома пошли. И два из них, они тоже попали в реновацию. Там как бы тоже такая композиция из трех домов, но один не попал, 40-й, а вот попал 36-й и 38-й дом. Вот такая ситуация. Вот это дом. Вот 36 дом. 36, 59-го года постройки, его еще раньше сначала кирпичные строили, а потом уже в 60-е стали добавлять блочные и потом панельные. Вот это вот 36-й дом. А там он 38-й. Вот так вот наискосок стоит. И он тоже попал в реновацию, под снос. Итак, 36 и 38. А 38-й в 60-м году был построен. Его добавили в 60-м году. Вот. А вот тот дом 40-й, он не попал в реновацию. И тоже, видите, башни, все огорожено, огороженная территория. Ну, можно сказать, такой практически элитный дом. Вот это дом 38-й. Пятиэтажка обычная, кирпичная, 60-го года постройки. Там он, дом 40-й, 58-го года постройки, в реновацию не попал. Все, что касается этого квартала, сейчас еще 28-й покажу поближе. Ну и со стороны проезжей части, теперь давайте посмотрим эти дома 36-й. Вот, этот сад, так, видите, да? Вот, это кирпичный дом. Вот, это 32-й блочный дом, пожалуйста. С той стороны мы, такой розовенький. С той стороны мы видели его, да? Вот между ними дворик такой, видите, они практически выходят на правую часть. Ну, небольшое расстояние есть, но... Вот, это у нас все заградило, вот эта башня. Не проехать, не пройти. Вот, влепили тут между пятиэтажками. Немножко ансамбль, конечно, нарушился, да? Ну, как часто бывает. 32, вот тот дом мы видели. 30, корпус 1. И сейчас еще посмотрим, как я уже говорил, дом 28-й. Потому что сам не подойдешь, но здесь, с этой стороны, проезжей части посмотрим. Вот он, 28-й дом. Тоже блочная. Пятиэтажка 1962 года постройки. Нет, 61-го. 61-го года постройки. Ну, еще начало 60-х годов. Ну да, конечно, жители, наверное, сильно страдают от шума. Конечно, такого раньше и помина не было. А сейчас очень сильно шумит. Расширили проспект маршала Жукова. Ну, вот он, дом 28-й. А это 30-й. 30, наверное. Просто 30, да? Вот, там 30, корпус 1, 2, 3, а это 30. Вот 28-й дом, пожалуйста. Блочная пятиэтажка 61-го года постройки, которая попала под снос. Тоже это вторая волна. 25-28 года. А в 82-м квартале ни одна из пятиэтажек по проспекту маршала Жукова не попала в реновацию под снос. Там только по Глаголево в основном. Вот. И мы сразу переместились в 83-й квартал, хорошо умневники, который проходит между улицей генерала Глаголева, живописной улицы и опять же проспекта маршала Жукова. И здесь попало в реновацию три жилых дома. Они все кирпичные, и один из них мы видим. Ну и заодно смотрим на жилой дом по реновации вот на улице генерала Глаголева, дом 5. Видите, вот это вот строится дом, это вот строится дом по реновации. 23-этажный, но он такой, как бы, видите, там одна часть 15 этажей, а другая 23 этажа. И вот так вот строится, видите, уже фактически работы близко к завершению, имеется в виду, конечно, такие основные работы. Ну, дальше там уже будет идти отделка. Вот. Ну и вот. Хотят его сдать уже в этом 2021 году. Ну, скорее, ближе к концу года будут сдавать этот дом. Это дом 5 по улице генерала Глаголева. Ну, а дома по Глаголеву мы уже смотрели, которые попали в реновацию. Ну, а теперь посмотрим еще по проспекту Жукова три дома, я уже говорил. Вот кирпичные дома, построенные в 60-61 годах. Вот это дом 62, кирпичная пятиэтажка такого. Ну, немножко похож песочного цвета, немножко грязноватая. Но между ними поликлиника находится. Итак, дом 62.
64 корпус 2. Там он дом. Тоже пятиэтажка. 64 корпус 2. Итак, 62. Это вот 64 корпуса, тоже такая же структура, которую мы видели вот и в других кварталах, во многих других кварталах, хорошо, у Мневников, в 80-м, 81-м. Вот это дом, 64 корпус 2, да, у нас вот тоже пятиэтажка. И следующая, замыкающая, ну как бы полузамыкающая, да, третий дом, ну замыкающая, можно сказать, как бы поликлиника, да, непосредственно выходит на улицу. А вот тот дом, который с третьей стороны, это дом 66-й. Вот по этому проспекту маршала Жукова, и он тоже попал под снос по реновации. Напомню, это все дома 60-61 годов постройки. Причем, если вот эти дома 62 и 64 корпус 2, они попали под снос, это вторая очередь, да, тоже, так же, как те, которые мы только что видели, там в 80-м, 81-м кварталах, они все вторая очередь. То вот этот дом, единственный дом 66-й, он попал в третью очередь, то есть с 29 по 32 год. Одна вот эта кирпичная пятиэтажка. Ну, по крайней мере, по тому плану, который вот был принят в прошлом году. Конечно, все могут переиграть, переделать. Вот она, кирпичная пятиэтажка. Тут неплохо ее видно, дом 66. Все, а дальше там уже живописная улица. Ну и, соответственно, уже... Там мы смотрели дома, которые попали в реновацию. Как в районе Хорошова Мневники, так и в районе Щукино, северо-западного округа. Так, ну и последний квартал Хорошова Мневников, который мы посмотрим, это вот этот 79-й квартал, который идет между вот этим проспектом маршала Жукова, опять же, вот третьей Хорошовской улицей и улицей Демьяна Бедного. Вот, но сначала смотрите вот на... Предлагаю посмотреть вот на сквер маршала Жукова, так он называется. Ну, на самом деле, это, по сути, безымянный сквер, который находится на площади маршала Бабаджаняна. Вот здесь она, ее вообще мало кто знает, что эта площадь имеет название, такое как бы стрелка, да. Здесь отходит улица Мневники и вот проспект маршала Жукова. И вот на этой стрелке, такой в виде треугольничка, вот раньше находился сквер. Но, видите, сквера фактически уже нету, он, по сути, убит, уничтожен, видите. И здесь строится... Большая кольцевая линия, ну как строится, она там под землей, конечно, проходит, как бы участочек. А здесь вроде какие-то вентиляционные шахты, какие-то технические сооружения, то там туннели, наверное, прокладывают. Ну, в общем, какая-то идет работа, преимущество внизу. Ну, и видите, здесь вот натащили всякую технику и, короче говоря, вырубили множество деревьев. Вот маленький остаточек сквера вот тут сохранился, вот буквально около третьего дома по проспекту маршала Жукова, который, кстати, в реновацию не попал. Хотя он тоже пятиэтажный, но вот кирпичный, не попал он в реновацию. Ну, далеко не все дома по маршалу Жукова, да и вообще в этом районе тоже попали. Большинство, конечно, попало под снос по реновации, но не все. Вот так что вот все, что осталось от этого сквера маршала Жукова. Там, по-моему, какая-то табличка вроде по этому скверу. Его, кстати, много раз реконструировали, перекладывали, переделывали, но в итоге просто вырубили. Ну, не знаю, может быть, потом, когда закончится работа по метро, опять там, может, посадят деревья, как-то все это сделают. Но, сами понимаете, пока эти деревья вырастут, пока чего, то есть это все долгий такой процесс. И, в общем, наверное, сквера уже, если он и будет, то когда-то не скоро. Ну, а теперь мы, собственно, переходим к жилым домам, которые попали под снос по реновации. И вот они уже перед нами. Отчасти, да, их тут в этом квартале 79-м около 20 домов жилых. Они все пятиэтажные, ну, разные, так сказать, конструктивно, да. Есть и кирпичные, вот, ну, преимущество панельные дома, панельные, кирпичные. Вот, и вот перед нами как раз вот этот дом, который мы видим. Это первый дом, 8 корпус 1, построенный в 1665 году. Это панельный дом. Вот. И вот соседи будут по-разному. Вот этот дом через 10 лет примерно, третья очередь сноса. То есть 29-32 год. Ну а так, в общем, по преимуществу вторая очередь сноса. 25-28 год. Итак, 8 корпус 1, панельный дом 65 года постройки. Преимущество вторая очередь сноса. Вот. Но некоторые дома попали в первую очередь. Особенно на улице Демьяна Бедного.
Мы их увидим, я об этом скажу. Ну, там, где как раз совсем недавно построили дом по реновации. Здесь такая вот часто конструкция повторяется. То есть идет дом, который как бы стоит, вот, выходит на проезжую часть проспекта маршала Жукова, а за ним стоят вот в глубине, торцами к нему, вот он выходит лицом, а торцами к нему стоят еще несколько домов пятиэтажных. Вот такая конструкция здесь встречается. Вот, несколько раз. И вот здесь мы видим дома. Вот за этим 8 корпус 1 дом панельный. Ну, вот видим блочный, вернее, кирпичный дом. Один кирпичный, а там он блочный. Вот этот кирпичный дом, 8 корпус 2, построенный в 1962 году. И он тоже попал под снос. Хотя вот тоже кирпичный. А здесь я даже не знаю, вот эти вот такие строения, что-то типа военного городка, по-моему, какой-то здесь был. Вот, ну, не знаю, может, тоже могут снести, конечно. Вот, ну, или что тут еще. Тут вообще военных городков довольно много раньше было. Здесь вот в окрестностях хорошо ее вообще, в принципе. Да, но это блочный дом уже 8 корпус 3. Тоже построенный в 1962 году. Так же, как и 8 корпус 2, только 8 корпус 2 был кирпичный. Ну, а этот, соответственно, блочный. И вот оба дома попали под снос в реновации. Так, 8 корпус 3, 8 корпус 2. Вот. Ну и 8 корпус 1, это понятно, тот дом, который выходит непосредственно в проезжую часть. Вот, но этот 10-й дом, он не попал, это 9-этажка, хотя 2 9-этажки подобные снесли на пересечении улиц Демьяна Бедного и проспекта маршала Жукова, но там и снесли вынужденно, они, собственно, в реновацию не попали, просто строили метро, я уже об этом говорил, там 18-20 дома. Строили метро, и они, как говорится, вот оказались в зоне строительства метро. Итак, 8 корпус 1 дом, 8 корпус 3, 8 корпус 2 показывал. Вот, а дальше, видите, вот эти 4-этажные дома, их несколько, 5 штук. Вот, 4-этажные кирпичные дома, и ни один из них не попал в реновацию. Ни один из них. Вот, это у нас 12-е дома. Ну, соответственно, 12 корпус 2, там корпус 3, 4, 5, вот так вот. Вот, ну и... Вот ни один из них не попал. А попал только вот этот дом, 12 корпус 1. Вот, 12 корпус 2, 3, 4, 5 туда. Тоже, как вы видите, вот он, который выходит лицом на проезжую часть, 12 корпус 1. А почему попал? Потому что он панельный. И был построен в 1663 году. Вот этот дом, он как раз выходит на проезжую часть. А эти дома, ну, вот кирпичные, тоже, по сути, построены, ну, чуть пораньше, но все равно, примерно в те же годы. Вот они в реновацию не попали. Ну, опять же, на сегодняшний день, конечно, их тоже могут снести. Так, 12 корпус 2, 12 корпус 3. Ну и дальше 12 корпус 4, корпус 5. Вот они в реновацию не попали. А вот этот 12 корпус 1 попал в панельный дом 63-го года постройки. Вот. Ну, это, опять же, не значит, что их, в общем-то, не снесут, конечно. Тем более, учитывая недавно принятый закон о комплексном развитии территории, по которому фактически вся территория, которая попадает под это комплексное развитие, она, по сути, подлежит сносу, все дома, которые на ней находятся. Ну, иначе застройщику просто очень сложно строить, потому что пространства мало. Застройщику нужно пространство, а получается, что, ну, как бы, небольшой клочок, а остальные дома как бы мешают, получается, так? Вот. Ну, в общем, вот, могут тоже, конечно, нести, но мы говорим все-таки официальные данные. Официально эти дома пока в реновацию не попали. Так, 12 корпус 5. Но мы их посмотрим, на всякий случай. Отметили для себя, да, что такие дома тоже тут есть. И, в принципе, их тоже могут снести. Вот. Ну, этот там дом тоже не попал уже, 14-й получается. И сейчас еще раз посмотрим. Дом 12 корпус 1, вот этот панельный дом, который как раз попал по снос по реновации. Он выходит непосредственно вот на проезжую часть проспекта маршала Жукова. Панельный дом 63-го года постройки. А теперь мы вот выходим к 16-м домам. Это у нас 16 корпус 2. И преимущество это будут панельные дома. Ну и два кирпичных еще дома. 16-х дома по проспекту маршала Жукова. Это последние дома, которые мы видим по проспекту маршала Жукова, которые попали в реновацию. И вот этот дом 16 корпус 2. Это панельный дом, построенный в 1161 году. Видите, какие расстояния между домами. Вот 12-ми, вот 16-ми, 14 корпус 1,
Итак, 16 корпус 2. Дом не попал в реновацию. Ну, это вот девятиэтажка тоже большая, длинная такая девятиэтажка, которая прям вытянута вдоль. 16 корпус 1. Дом тоже не попал, плоскостной такой панельный дом. Вот этот вот прям на проезжую часть выходит. А вот за ним вот идет 7 корпусов. Дом 16, а вот этот дом, и так 16 корпус 1 видели, панельный дом 61 год постройки, а вот этот дом интересный. Дальше идут два кирпичных дома, 16 корпус 2, вот он единственный здесь не попал из 16 домов, ну вместе 16 корпус 1 и вот этот вот 16 корпус 3. Корпус 2 вот этот попал, да, 16 корпус 2, панельный дом, а этот дом не попал. Но он не попал не потому, что он кирпичный, а потому, что он надстроенный. Видите, дом состоит из 7 этажей, при Лужкове была такая программа, надстройки пятиэтажек. То есть он хотел решить жилищную проблему. Ну и вообще проблема модернизации домов, как бы реновации, за счет именно настройки пятиэтажек, существующих пятиэтажек. И если вы помните, то вот в конце 90-х, в начале 2000-х годов, вот довольно много пятиэтажек надстраивались. Там обычно на один этаж, на два этажа. Ну и вот этот вот дом тоже был надстроен. Видите, сделали, приделали лифтовые шахты тоже, поскольку для домов выше пяти этажей обязательно должны быть лифты. До пяти этажей можно без лифтов, а уже после пяти этажей там уже обязательно должны быть лифты. Вот, ну и, в общем, надстроили. Но вы знаете, качество надстройки довольно плохое. И говорят, жители этого дома жалуются, что там протечки постоянно, штукатурка осыпается. То есть, вроде так, с виду-то, ну, конечно, тоже выглядит не очень красиво, кстати. То есть, видите, 5 этажей, а сверху какая-то вот набалдашник какой-то, да? Смотрится, кстати, не очень красиво, мне, ну, на мой взгляд. Но это ладно, это как бы эстетически, это еще как бы туда-сюда, да? Ну, вот, говорят, что именно проблема, конечно, такого свойства, что сделали некачественно всю эту надстройку. Ну и потом от этой программы фактически отказались. Хотя сейчас вот в Измайловском проезде вроде надстраивают тоже пятиэтажку. Ну, в общем, пытаются как-то что-то такое сделать, но получается плоховато. Так что вот этот дом, он не попал. Видите, его вроде реконструировали, но на самом деле сделали плохо, а в реновацию он в итоге не попал. Ну, вот этот вот дом, 16 корпусов. А вот этот кирпичный дом, причем построен он был, в общем, довольно-таки поздно, 16 корпус 4, он в реновацию попал. Это, кстати, 63-го года постройки дом, ну, надстроенный уже где-то в начале 2000-х годов. Вот это 16 корпус 4, 70-го года постройки, он в реновацию попал. Тоже под снос. Но это его преимущество, уже вторая волна сноса, 25-28 год. Ну а дальше у нас идут один за другим панельные дома, они одинаковые, даже по цвету белые. 16 корпус 5, корпус 6, корпус 7. Вот это 16 корпус 5, они, конечно, все попали в реновацию, подснулся. Вот, 16 корпус 5 дом. Вот, ну, и даже, в общем-то, были построены в один год, в 67 году. Вот, 16 корпус 5. Еще раз смотрим, 16 корпус 4, но это 70-й год, а это... 16 корпус 5, 67 год постройки. И дальше 16 корпус 6. И корпус 7 тоже панельные дома 67 года постройки. Вот 16 корпус 6. И 16 корпус 7. Ну и тоже смотрите, какие расстояния вот между домами, да. Еще раз 16 корпус 5, 16 корпус 6 и вот 16 корпус 7. Все, на этом дома по маршалу Жукова, которые попали в реновацию, они закончились. Вот 16 корпус 7. И корпус 6 со стороны двора. 16 корпус 6 и корпус 7. И мы переходим на улицу Демьяна Бедного. И там уже были, смотрели некоторые дома, ну, несколько домов. 1, 3, 6. А это дом 16 перед нами. Вот, видите, как встретились 16 дома. Вот здесь 16-й, но по маршалу Жукова, а это 16-й дом, кирпичный он, правда, по улице Демьяна Бедного. Ну, он просто 16-й. Тут 16-7 корпусов, а здесь просто 16-й дом, который выходит непосредственно на проезжую часть. Здесь расстроится метро на пересечении с улицы Маршала Жукова, мы это уже видели. Вот. И вот этот дом вот тоже попал в реновацию.
Здесь как раз снесли две девятиэтажки, две пятиэтажки, когда строили метро полтора-два года назад. Вот это дом кирпичный, под номер 16, 1966 года постройки. Да, и дальше здесь вот будет метро скоро. Вот на пересечении. Ну, я уже об этом говорил, мы уже смотрели. Вот видите, тут идут во всю работу. Так, ну а мы идем уже. Смотрим дома по улице Демьяна Бедного, продолжаем смотреть. И после 16 домов сейчас посмотрим дом 18, корпус 3, еще пятиэтажку. Ну, вот панельную. Вот видите, какой двор между домами по маршалу Жукова и по Демьяна Бедного. Это детская поликлиника. Вот там появился такой вроде как элитный дом. Один из первых элитных домов, вот этот кирпичный, считается. Но сейчас он немножко так потускнел. Вот. Среди таких более крутых домов. Но когда-то прям просто тут чуть ли был не гордостью хорошо умневников и вообще. Ну вот, пожалуйста, еще разок. Дом 16 по вот улице Демьяна Бедного. Здесь как раз проезжая часть, но сейчас ее тут сократили. Здесь машины дальше ехать не могут, уже туда дальше. В начало улицы Демьяна Бедного, потому что метро строят. Ну, потом все это, так сказать, естественно, уберут и проезд возобновят сквозной по всей улице Демьяна Бедного. Ну, еще раз смотрим дома. Вот, опять же, 16 по Демьяна Бедного. И вот дома панельные по проспекту маршала Жукова. 16 дома, 16 корпус 7, корпус 6, корпус 5. Сейчас мы чуть-чуть отойдем в сторону. Вот 18 корпус 3 посмотрим дом. Вон он там. Это за этой девятиэтажкой, которую сносить не будут, кирпичная. 18 корпус 1. Корпус 2. Наверное, корпус 2. А вот там вот 18 корпус 3. Итак, смотрим еще раз. 16 дома. С другой стороны. И вон. Дом 18, корпус 3. Тоже панельный дом. 65-го года постройки. Вот он. Сейчас в точку выберем какую-нибудь получше, чтобы было видно. Вот он тут в глубине прям квартала затесался. Ну вот здесь хорошая точка. Вот, пожалуйста, 18, корпус 3. Дом панельный, 1965 года постройки. Ну а это вот дома, опять же, по маршалу Жукова. Ну и дальше идем, продолжаем по Демьяна Бедного. И теперь идем к 20 домам. Их 4 сразу. Ну, один отличается от остальных, который 20, корпус 1, это потому что это кирпичное общежитие. Ну, а остальные дома, они панельные, и, в общем-то, они одинаковые как раз. Похожи на те, что мы только что видели, ну, например, как вот эти дома по проспекту маршала Жукова. Ну, вот оно, общежитие, 20, корпус 1, ну, очевидно, построено было для рабочих окрестных заводов, которых тогда много было, вокруг полно было промзон. Вот, и вот для них построили вот в 66-м году вот это вот пятиэтажное общежитие кирпичное, которое несколько выделяется тут среди домов, которые мы здесь находится, скажем так, в этом вот квартале, 79-м. Вот это общежитие, вот это оборотная сторона, и сейчас посмотрим еще с лицевой стороны. Вот это все по преимуществу вторая очередь сноса, то есть 25-28 год. Вот это 20, корпус 1. Дом, вот детская поликлиника как раз, тоже с обратной стороны. А вот 20, корпус 1, это общежитие уже с лицевой стороны. Вот так оно выглядит. Ну, сразу видно, что не обычный жилой дом, а все-таки именно общежитие. А вот следующие дома, они уже попали в первую очередь снос. Я говорил, по Демьяна Бедного. Там многие дома попали в первую очередь снос. Вот их должны сносить в ближайшие годы. Вот начиная с этого 20, корпус 2.
Ну, вернее, 20 корпус 1, вот этот дом. 20, потому что это общежитие, это 20 корпус 3. Это я немножко ошибся, это не 20 корпус 1, а 20 корпус 3. А вот это 20 корпус 1, 20 корпус 2, сейчас увидим, 20 корпус 4. Вот их должны тоже сносить в первую очередь. И дальше там 22 дома тоже попали, их должны сносить в первую очередь сноса. До 24 года. Итак, панельный дом, который выходит непосредственно вот на проезжую часть улицы Демьяна Бедного. И это дом. Эти сейчас дома, мы видим, они были построены 63 по 65 год. Вот эти 20-е дома и 22-е дома. Но вот это общежитие построили чуть попозже, в 66 году. Вот. Ну и дома все панельные, мы видим. Общежитие, опять же, кирпичное, оно выделяется. Вот. Вот это вот 20 корпус 2 дом. Тоже панельный. И все первая половина 60-х годов. А это 20 корпус 4. Вот так. Итак, 20 корпус 2, 20 корпус 4, 20 корпус 1 и 20 корпус 3. Вот так вот. Сейчас мы выйдем даже сюда. Вот такую точку. Смотрим, чтобы как-то охватить как можно больше домов. Итак, 20 корпус 2, 20 корпус 1, 20 корпус 4, это все панельные дома 63-65 годов. И вот здесь уже хорошо видно. Это общежитие 66 года постройки. Ну, между ними вот такой дворик. Достаточно уютный. Так, ну что, может быть, еще выйти чуть-чуть туда подальше. Но здесь вот этот дом более-менее, конечно, он такой длинный. Трудно охватить, но все равно. И сейчас вот. Вот, пожалуйста, здесь вот видно это общежитие. 20 корпус 3, 66 года постройки. 20 корпус 2 тоже. Дом здесь хорошо видно. И сейчас пойдем 20 корпус 4 еще посмотрим. И дальше к 22-м домам пойдем. Это все в первую очередь сноса, напомню, до 24-го года. Вот он, 20 корпус 4, тоже такой довольно длинный дом. Желтоватый, желтенький. Это вот серый дом, 20 корпус 2. Ну, там скорее белый, 20 корпус 1. 20 корпус 2 серенький, а это желтый, 20 корпус 4. Вот так вот они отличаются. Вот, а так они, конечно, довольно похожи. Хотя конструктивно, мне кажется, вот этот дом, он несколько выделяется, например. Не только по виду, но и конструктивно. Вот это 20 корпус 2, вот 20 корпус 4. Ну, не знаю, может, я ошибаюсь. Вот, а вот то, что мы видим, это как раз реновационный дом, который был сдан буквально 10 дней назад. В самом конце января 2021 года. Вот это вот дом, который построен при реновации. 16-этажный дом, улица Демьяна Бедного, 22. И потихонечку уже заселяется домик. Видно уже, свет в окнах горит. То есть переселение уже потихоньку идет. Вот, этот дом начали строить в 2018 году. Хотели его сдать в 2020 году. Ну, немножко не успели до конца 20-го. И сдали буквально вот в самом начале вот этого 2021 года. Вот. Так что, пожалуйста, вот такой угловой дом, видите, уголком идет немножко, вот чуть-чуть уголок, и дом, который находится прямо вот на границе бывшего Октябрьского радиоцентра, который, как, наверное, вы знаете, продан недавно компанией «Крост», и она скоро будет осуществлять застройку этого радиоцентра, но уже коммерческими домами, там по реновации не предусмотрено вроде как домов, так что, насколько мне известно. То есть чисто коммерческое жилье. И вот там радиоцентр, там уже построили центр, это большой жилой комплекс Карашовский, мы его тоже видели, вот, на территории бывшего тепличного хозяйства, совхоза Тепличный. Вот, ну и вот теперь еще застройка будет идти дальше, уже будет застраиваться и бывший радиоцентр, радиополе, которое сейчас заросло, там в аренде все в основном. Сейчас там компания «Октот», но она уже продала эти, свою территорию и здание компании «Крост» вот в мае 2020 года. Так что скоро там будет застройка. Вот, ну и вот это дом по реновации, пожалуйста, уже заселяется. А вокруг них находятся вот пятиэтажки, вот панельные опять же, вот под номерами 22 корпус 3 и 22 корпус 1, которые тоже будут сносить в первую очередь, то есть до 24-го года, то есть в скором времени уже. Вот здесь хорошо видно дом 22, корпус 3. Вот, панельный дом тоже.
Вот. Это все те же годы, 63-65 годы постройки. Ну, 24 корпуса, они чуть похуже, ведь очень, очень большой дом. Вот, но все равно, видите, тут детская небольшая спортивная площадка тоже находится. Ну, вот такой вот дом, можно сказать, почти не очень большой, даже не едва влезает, вот, наверное, да? Вот все, вот этот вот дом. 24 корпус 1 и здесь 24 корпус 3. Вот эти два дома тоже попали в первую очередь в снос. Ну, мы уже были, кстати, совсем недавно, буквально на осенью прошлого года на Октябрьском радиополе. Ходили там, гуляли в передаче «Зеленые уголки Москвы». Так что представление, я думаю, у вас есть об этом поле. Вот там оно как раз находится. Вот эта башня знаменитая, Актодовская. Вот, ну и ну, уже, собственно, как именно радиоцентр, он не работает лет 15 примерно. А дальше все стали сдавать в аренду. Ну, до этого была как вот такая мощная телевизионная станция. Вот, это какое-то тоже сооружение, наверное, старое. Ну, вот видите, как вот можно по контрасту посмотреть, да? Вот эта башня и вот этот реновационный дом. Ну, наверное, я тоже снесу, потому что застройщику Кросс зачем эта башня нужна? В принципе, она же ему мешать, наверное, будет с застройки. Так что, наверное, тоже будут сносить эту башню, когда будут застраивать. Но пока еще есть, вот можно посмотреть. Пожалуйста. Так что, вот, и здесь хотят строить еще один дом по реновации. Ну, я так понимаю, что, может, этот снесут дом, или, может быть, а может и нет. Не знаю, может, на этом пространстве. В общем, короче говоря, хотят еще рядом с этим домом еще построить дом по реновации. Рядышком, прямо вот здесь вот где-то. Вот, и хотят его построить уже в 22-м году, поэтому, скорее всего, строительство уже, наверное, скоро будет начинаться тоже. То есть, этот дом сдали, и, наверное, скоро начнется новое строительство. Ну, а там уж посмотрим, как говорится. Ну, и напомню, вот этот дом тоже. 20 корпус 4, желтенький домик, он тоже попал в реновацию под снос. Вот этот дом тоже будут сносить, в первую очередь. А вот этот вот кирпичный, он не попал в реновацию. Вот это 20 корпус 5, кирпичный дом. Видите, тоже пятиэтажный. Но поскольку он, видно, кирпичный, то из-за этого пока не попал. Ну вот еще раз посмотрим отсюда. Вот эти дом по реновации, вон он. Ну и осталось нам посмотреть только дома уже по, еще три дома по Новохорошовскому проезду. Да, кстати, обратите, сейчас хочу показать еще одну точку, где скоро будет строительство нового дома. Вот здесь заброшенный детский сад. Вот он. Вот вся эта территория. Здесь гостиница находится. Вот, ну, такая вот бюджетная. Ну, она вроде не предусмотрена под снос. Хотя тоже мог снести, конечно. Вот этот детский сад, который тоже был построен в 60-е годы одновременно с этими домами, ну, собственно, для детей, жителей этих домов. И вот, видите, он уже не работает довольно давно, сейчас заброшен, все там выбито, заросло, все это будет вырубать, сносить. И здесь вот на этой территории, ну, он имеет адрес 24 корпус 3. Вот, ну, 24 корпус 3 по Новохорошовскому проезду, вроде как так. И вот будут тоже здесь строить еще один дом по реновации. Еще один дом. И тоже хотят в 22-м году построить. Так что, в принципе, если это так и будет, то работа должна уже скоро начаться. Но пока, как видим, здесь тишина, покой, ничего не производится. Но, наверное, скоро работа уже начнется. Так что вот еще один дом построят. И там еще на месте детского сада дом построят. Вот так вот. И так что, по крайней мере, три дома еще, ну, один уже построили, и два дома тут еще должно появиться вот в ближайшие годы. Вот. Ну, а это вот сквер Колобок, который мы тоже, в принципе, здесь гуляли, смотрели, тоже прошлой осенью. Ну, тогда здесь было еще зелененькое. Ну, а сейчас, видите, это я даже не знаю, что было такое за здание. Сейчас гостиница, а когда-то я не знаю, что здесь было. Может, какие-нибудь социальные службы, не знаю. Может, кружки какие-то детские. Трудно сказать, вот это двухэтажное здание, тоже еще 60-х годов он постройки. А это сквер Колобок. Ну, видите, сейчас все заметено. Тогда все зеленый был, никого нет, все уже. Хотя так иногда дети играют, конечно, там можно поиграть. С собаками тут любят гулять тоже. Ну, как обычно. Просто прогуливаться. Ну, скверик маленький, находится в конце Новохорошовского проезда. Потому что Новохорошовский проезд тупиковый, и он здесь прям заканчивается около этого сквера. Вот. То есть туда на Демьяна Бедного нет проезда. А это вот журнал Field & Lee здесь находится, в этом таком оригинальном здании. Тоже на Новохорошовском проезде.
Ну, это кто марками увлекается, в советское время особенно увлекались. Сейчас поменьше, конечно, но вот как раз тут их, можно сказать, штаб-квартира такая вот находится. Вот этот скверик Колобок. Ну, то, что он имеет такую как бы круглую форму, да, видите. Похоже на Колобка, да, героя мультяшного. Ну вот посмотрите, как выглядит этот сквер зимой. Мы летом смотрели, а сейчас вот можем посмотреть, как все это выглядит зимой. Ну, все вот запорошено, лавочки почти все в снегу. Ну вот, так все это выглядит. Да, и, собственно, осталось нам посмотреть всего три жилых дома в этом квартале, ну и вообще в Хорошовневниках, которые попали в реновацию. И эти три дома, они находятся как раз вот на Новохорошовском проезде. И мы сейчас к ним идем, это панельные дома. Вот, на самом деле здесь пятиэтажек очень много, но они, все остальные, они кирпичные, они в реновацию не попали пока. Вот. Ну, именно в силу того, что они, видно, кирпичные. А попали только вот и там три дома панельных. Ну, вот, еще раз, Филателия, видите, какое здание. 24, корпус 1. Так. Вот. Ну, а мы идем уже к домам 22, корпуса 1, 2, 3. Вот это 22, корпус 3. Дальше 22, корпус 2. И 22, они вот так один друг за другом стоят буквально. Ну, вот еще гаражи остались советских времен. И вот эти здания кирпичные, это уже конец Новохорошовского проезда. Вот. Ну, попали только вот эти три дома панельных. Причем попали в третью очередь сноса. То есть их будут сносить, хотя они, несмотря на то, что они панельные, только через 10 лет примерно. Ну, вот еще раз можем посмотреть на детский сад заброшенный, уже с другой стороны. Со стороны вот этих домов, видите, все заросло. Все будет сноситься. Ну и эти дома тоже будут сноситься. И дома эти были построены. Вот три дома в один год, в 1962 году. Вот это вот у нас Новохорошовский проезд 22, корпус 3. Дальше за ним идет Новохорошовский проезд 22, корпус 2. И за ним идет 22, корпус 1. Желтоватенький домик такой. Вот. Цыплячьего цвета такого. Ну, это вот гаражи тоже для жителей. Все как-то было продумано. Детская площадка. Тоже видите, какие расстояния между домами. Итак, 22, корпус 2. 22, корпус 3. Вот. И следующий дом 22, корпус 1. 22, корпус 2. И вот такой желтый дом. Вот это 22, корпус 1. И еще напомню, это панельные дома, построенные в 1962 году. Вот, 22, корпус 1. Все эти три дома попали под снос, в реновацию. Ну, а теперь мы, собственно, пойдем, выйдем на проезжую часть Новохорошовского проезда и посмотрим еще одну, последнюю уже точку реновации, где скоро должно начаться строительство еще одного дома по реновации в этом вот районе Хорошовневники. Вот, ближе к началу этого Новохорошовского проезда. Но заодно и проезд посмотрите, и дома некоторые на нем тоже. Ну, сейчас еще посмотрим, да. Итак, 22, корпус 2, 22, корпус 1. Ну, там школа. Ну, вот так вот, видите, какой тоже детский уголок. Ну, а сейчас мы будем видеть одни только кирпичные дома, вот эти, и в конце, и дальше туда, в середине, в начале проезда. Там одни только кирпичные дома, которые в реновацию не попали. Ну, как говорится, познакомитесь, ничего, посмотрите. Там все пятиэтажки кирпичные. Тоже построены в 60-е годы преимущественно. Вот первая половина. Вот это я не знаю, что такое. Это, по-моему, детский сад раньше был, наверное. Сейчас не знаю, что. Какие-то офисы. Ну, вот видите, вот кирпичный, он еще кирпичный, и по ту, и по другую сторону этого проезда. Ну, на самом деле, это никакой не проезд, на самом деле, это тупик, потому что, собственно говоря, проезд, он предполагает, что все-таки есть выезд на какую дорогу, он что-то соединяет. Ну, а здесь он, выезда на Демьяна Бедного нет. Поэтому, может, потом когда-нибудь сделают, как, кстати говоря. Ну, пока этого нет, так что, пока это больше похоже на тупик. Ну, и кроме того, дома с двух сторон мы видим, да, то есть, и с одной, и с другой жилые дома. А это все-таки на проезде не должно быть двух сторон домов. Это признак обычной улицы.
вот, когда с двух сторон. Ну, видите, кирпичные дома, вот уголковые тут дома. Дальше мы будем видеть в основном уже плоскостные. Ну, вон они как там, и там тоже такие же будут. Вот, так что, да, идея, в принципе, он небольшой идет этот, в принципе, проезд. Вот, третья Хорошевская улица, и дальше туда вот заканчивается как раз на сквере Колобок. Вот, это вот у нас 17-й, 19-й дом. Ну, это вот тоже еще, это более старый дом здесь вот в конце, где Дикси магазин находится. И вот там он заканчивается уже, собственно, у 24-х домов, 22-24. Вот, это вот у нас уже дом 15, 13. Ну, они соединенные, видите, сочлененные дома уголковые. Ну, по сути, это два разных дома получается. Так что более правильно было бы назвать тупик, а не проезд. Ну, так уж назвали, как назвали. В Москве такие случаи не редкость. Ну, и вот идем, и вот прям ряды домов один за другим. Сейчас мы видим кирпичные дома, которые не попали в реновацию. Вот это у нас 14-й дом, там 12-й. Нет. Там тоже какой-то офис, офисное здание, да? Вот такой красивенький дом, симпатичный довольно, хотя вроде бы обычная кирпичная пятиэтажка. Так, а вот этот, кстати, дом не кирпичный, это... А то ли панельный, то ли блочный дом. Но тоже в реновацию не попал все равно. Вот так вот он выглядит. Вот дом 10. Вот. Ну, здесь прям как будто почищенный дом, как будто его прям помыли, хорошо почистили. Ну и этот тоже, кстати, не кирпичный. Тоже. Так что тоже попадается. Вот еще не все кирпичные. Как-то мне казалось, что тут одни кирпичные. Нет. Не только. Оказывается, есть еще и панельные дома. Ну или блочные, я точно не знаю. Но явно не кирпичные. Вот. И вот это у нас дом. 8-й. 8-й, 10-й. Ну вот. А здесь вот дальше мы видим площадку для строительства. Вот здесь как раз вот должны по идее строить дом по реновации. Вот. На этой территории большой. Вот здесь. Должны строить дом по реновации. Вот делать спортивные площадки, для штаба автостоянка. Ну, здесь уже, по сути, начало этого проезда. Там вон третья Хорошевская улица. И вот это вот пространство, оно как раз и... определено для строительства, ну, дома. Видите, какое довольно большое пустое пространство. А все дело в том, что когда-то здесь стоял пятиэтажный дом. Пятиэтажный дом еще в советское время. Но потом он фактически провалился. То есть там образовалась воронка. Прошло это в 1977 году. Было такое большое ЧП. Тут образовалась воронка. Здесь вот он стоял. Вот. И, соответственно, дом, по сути, дело треснул. Фактически наполовину, да, и пришлось всех жителей экстренно эвакуировать, буквально там чуть ли не на ночь на морозе, ну, или я не знаю, как, когда это дело-то было, да, может быть, и не мороз был, ну, в общем, короче говоря, чуть ли на следующий день людям уже дали новые квартиры, то есть довольно быстро всех переселили в соседние там какие-то дома и так далее, ну, и вот, поэтому дом, и дом, конечно, снесли, потому что он уже стал непригоден для жизни, вот здесь вот эта территория, это все должны, по идее, здесь... раз построить дом по реновации. То школа. А это дома уже по третьей Хорошевской улице, они в реновацию не попали. Вот, там только один дом попал, и мы его уже посмотрели. Вот здесь вот эта территория, это все, вот, вот здесь должно строиться новый дом по реновации к 22-му году. Площадка. Ну, пока работы не начались, но, по идее, если хотят построить к 22-му году, то работы уже скоро должны начаться. Вот, так что вот так вот. Не знаю, может, какие-то там речки, тут говорят, такие пустоты бывают, они, в принципе... Здесь не редкость в этом районе. Вот. И то тут, то там образуется. То есть тут такая довольно сложная геологическая обстановка. Вот. И поэтому, в общем-то, ну, старались тут не строить, по крайней мере, в этом месте. Поскольку
Чё ж один дом, как говорится, разрушился, ну, а чё ж строить ещё. Но всё-таки вот теперь решили как-то по-другому. И всё-таки дом решили построить уже. Думают, что здесь всё будет нормально, но уже по современным технологиям, современными материалами. Так что вот скоро здесь должно начаться строительство. На Новохорошовском проезде дом владения 6. Ну всё, на этом, собственно говоря, я заканчиваю обзор района Хорошово-Мневники. Вот, и общий такой видеообзор домов, которые попали по реновации здесь в районе. Ну и в целом мы заканчиваем северо-западный округ Москвы. Мы посмотрели все районы северо-западного округа. Вот, то есть мы посмотрели весь северный округ реновации, северо-восточный, и вот теперь сегодня северо-западный округ Москвы. А также юг Москвы мы тоже прошли реновацию. Вот такая ситуация. Ну, естественно, что если тут будут происходить, мы, как говорится, не прощаемся ни с Хорошово-Мневниками, ни с северо-западом. И, конечно, если тут будут проходить какие-то события по строительству новых домов или снос старых домов, то, конечно, еще раз сюда будем возвращаться. И на этот Новохорошовский проезд, ну и в целом в район и в округ.